Здорово, парни. Не девчонки, наверное. Хотя вряд ли. Приветствую всех на нашем летнем канале, где мы проводим эти знойные вечера самого горячего лета за последние 50 лет. Проснулся после E3, чувствую себя велико, как будто мне 60. И пытаюсь зайти на сервер. На сервер. Спасибо за подписку. Три месяца фросите сок. Вайтра все настойчивее предлагает сделать партнерку на этот канал, но моей идеей было то, что этот канал и тот просто задублированы. Подписка там считается подпиской здесь. В любом случае это так и останется, и скорее всего... Я просто не знаю, меня смущает, что два чата будет, и это тупо, поэтому... Если найдется хоть один дебил, который подпишется за 5 баксов на тот канал. Хавьер 21. Спасибо и тебе за подписку. Благо, дарю. 11 месяцев, боже ты мой. Даже представить трудно. Что кто-то столько месяцев. Является моим подписчиком. Продолжаем играть Зики Баба. Чувствуется уже, что недолго нам осталось. Без мета-инфы просто. Скажем так. Ходят слухи внутриигровые. Что дело пахнет жареным. Хвост, ну, а Юреди, наверное, нету, поэтому... Я понимаю, зачем нужен хвост. Я... Знаю, что тогда можно сидеть в чате и смотреть трансляцию с планшетов и телефонов, но... Ладно, давайте я быстро поставлю, действительно, че, петух, что ли? Пожалуйста, друзья. Хост уже стоял, кстати. Микрофон работает. Что за РП-сервер частный какой-то, я бы поиграл. Нет, это не частный сервер, это общественный сервер. Сделан американцем. Дэниелом Барбекю. Вход на него стоит $1000. Вот я заплатил, играю теперь. Не знаю, правда. Идет инфа, то, что дудосит очень сильно сегодня, но так как я пока не вижу персонажей, я не могу это подтвердить или опровергнуть.
Заключенному плохо. Какой кошмар. Что же такое, бутылка оказалась не по размеру? Бывает. Даниэль Барбекю звучит как новый персонаж мобстер. Скоро, похоже, будет новый персонаж и у мобстера, и у меня. В 21.00 пройдет митинг против полицейского беспредела. Если вы стали жертвой, обязательно подходите. Митинг будет проходить возле участка. Подъедем. 20.45 поеду тогда туда. Пока встанем, наверное, в патруль. Мистера Вуда нет. Секретарши нет, никого нет. Это плохой знак. Ну, мой источник в полицейском участке уже сообщил мне, что меня сдала секретарша. Я хотел, чтобы мистер Вуд сходил, погулял с ней с топором, но, видимо, этого не случится. К сожалению. Чтобы не было машины, сообщение получил через внутриигровой смс пару часов назад, когда заходил проверить кое-что. Техническую деталь, скажем так. Да, ну что поделать. Я сразу говорил, что здесь просто неохренительно много стукачей. На тёлку я не то чтобы не рассчитывал, но, типа, я убрал Артура, думая, что он настучит, но тёлка настучала в итоге. Ну насрать, anyway. Кто-нибудь бы да настучал. На сервере, где есть Алекс Гром, петух и стукач, как бы все ведут себя соответствующе. По всей видимости. Посмотрим, посмотрим. Я сдаваться не собираюсь, я попробую... ударить первым. Я подумаю, что сейчас сказать губернатору. Давайте прикинем варианты. Попробовать переложить убийство на жируху и, ну, на секретаршу. Я не имею в виду стримершу Наталью. На секретаршу и Хартмана, мне кажется, прохладная идея. Мне кажется, мне нужно просто сознаться губернатору и объяснить, кого я убил. Про Артура мы... Thank you.
Так, а также, о чем бишь я? А, ну да, я, наверное, объясню просто, кого я грохнул, скажу, да, так получилось, но человек был опасен. Про Артура я, наверное, умолчу. Ну, либо скажу, что он бросился на меня с оружием. 6 часов стрима в тюряге, но я не думаю, что персонаж... Понимаешь, персонаж на синем слоте, если он ловится, то он заканчивается на сервере. То есть не будет 6 часов, будет смертельная инъекция, так сказать. Вот в чем проблема. Не получится отморозиться. Будет ЭЖЖВП. Поехали, встанем, как обычно, сюда. Пиздец. Вот это разум, блядь, приехал. Так, этот дебил вниз поехал наверняка. Блять. Нет, он остался на заправке. Ну, это, видимо, баг, скорее всего. Там никого нет. Либо он до сих пор заправляет машину. Как настроение, какие планы на стрим, как обычно играть в РП. Меня сегодня либо убьют, либо посадят, я уже знаю. И опять-таки, это внутриигровая информация. Я получил смс-ку. Жалко, не смог это показать на стриме, но... Я не хочу сдавать человека, который мне написал, потому что стукачи здесь, насколько я понял, пользуются даже мета-инфой. Порою. Я знаю 2 людей, которые стучали на меня. Но своего информатора я сдавать не хочу. Это не только Фуа. Были еще люди, которые подсказали мне. Здесь никого нет. Это в какой-то степени
печально, потому что именно сегодня я собирался встать на путь закона и больше никогда ничего не нарушать. Я хотел сходить на могилку отца, пообещать ему, что исправлюсь, но мне не оставили выбора. Я теперь загнанный зверь. И я опасен в четверне, если вы понимаете, о чем я. Ну, я из человеческих, как бы, своих качеств не буду убивать Хартмана сам, потому что я знаю, что ему дорог этот персонаж, и это, типа, из игровых, так скажем. Из игровой ситуации я не хочу этого делать. И не только из игровой, из, как бы, факторов сложения. Я не хочу убить его, например, приехать и просто выстрелить ему в голову, и, типа, чтобы... Ну, выманить его не получится, так что я буду просто ждать. А я не знаю, где находится кладбище, к сожалению. Чувак, если вы мне скажете примерное место, я съезжу. Я просто не знаю, где оно. Я вот цирк вижу. Я помню, что где-то, блядь... Где-то здесь, что ли? Вот это, наверное, или нет? Не помню. Пропустил E3 с Sony. Полная хуйня была. Кто там, блядь? Вы подъезжаете в мэрию. Я не знаю, где мэрия находится. То есть я знаю, но я не ориентируюсь в той части города, типа по РП. Не хочу сам приезжать. Над магазином со шмотками на 2 квартала выше. Чувак, ты надо мной, типа, рофлишь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь магазинов со шмотками в городе. Как же меня бесят люди. Взяли, сломали мне мою машину. Так, ладно, короче, пизду сирены, они не так работают велико, как мне хотелось бы. Лучше, наверное, сегодня вообще с сиренами не ездить. Крайний, прям самый крайний магазин, верхний левый. Понял. Пойду машину поменяю. Мэрия это... Тупо, мэн, да. Заодно, может, увижу КПВОЗ, который ехал в эту часть города. Надо перестать шмалять в людей.
даже в коренных жителей. Я так понимаю, она туда и скинула. Или нет? Ну, Мария там, anyway. Раньше была. Кладбище на карте. Да найду, наверное. Но я не знаю, даже успею я. Может, у меня уже в офисе сидит Хартман, раз кто-то ехал в эту сторону. Грег Кук. Вы ко мне, мистер Кук? Я вас знаю, вы были кандидатом, да, в губернатора. Я приезжал в КПЗ в первый день губернаторских выборов. Да, я припоминаю вас. Вы, я так полагаю, сын Джека Пропера? Совершенно верно, мистер Кук. Я сын Джека Пропера. По какому вы вопросу, сэр? Вы знаете, кстати, был с ним другом, и в последней нашей встрече мы стреляли по собакам из гетто. Ну, неважно. Я по вопросу... Я слышал, у вас как бы есть некоторые недопонимания с лейтенантом Хартманом. У меня есть охренительное недопонимание с лейтенантом Хартманом, но прежде чем мы продолжим этот разговор, я хочу спросить, мистер Кук, вам можно доверять? Меня сегодня предали все мои люди. Смотря в каком вопросе. Ладно, давайте тогда вы скажете мне все, что хотели, и мы что-нибудь да, решим. Да, знаете, у меня тут есть тоже некоторые проблемы с Хартманом, и не только у меня, похоже, у всего города, поэтому мы решили организовать митинг, который повлияет на его увольнение, я надеюсь. Мы просто хотели бы, чтобы вы поддержали нас в этом. Безусловно, я сейчас еду к губернатору, я до этого отправлял и как минимум 4 рапорта на его непрофессиональное поведение, и сегодня в 9 я обязательно буду на этом митинге, мистер Кук. Большое спасибо. Мистер Кук, можно вас попросить? Мне уже нужна ваша помощь. Можете перейти через дорогу и узнать, что это за хмырь там трется, а потом вернуться ко мне и сказать? Это хмырь и мой товарищ. Хорошо, спасибо. Извините. Прошу прощения за то, что назвал его хмырем. У меня сегодня паранойя. Это не мой друг, просто недовольный горожанин. Вы знаете Сандру Эванс, мистер Кук? А, нет. До свидания, мистер Кук. А вы, кстати, не знаете про мисс Осень или мисс Сентябрь? Это именно такое? Она. И если вы ее увидите, не могли бы вы мне сказать, где вы ее увидели? Она говорит, что она на каникулах у своих родителей в Калифорнии. Слушайте, она ходит по городу в одежде, можно спросить? Да, она не ходит по городу голой. Ага.
Обычно она в таком черном платьице и в леггинсах. Хорошо, можете оставить свой номер, я вам сообщу, если увижу ее. Хорошо, записывайте мой номер. 316 228 6. Мистер Кук, если вдруг встретите ее, то если у вас получится, например, вывести ее на природу, на пикник или просто посадить в машину, это было бы просто Я невероятно вас понял, здорово. я Тогда вас понял. я даже буду вам должен несколько больше, чем просто услугу. Разумеется, я понял. Да, черт, мне кажется, у меня вообще нет аутов. Ну ладно. Сколько сейчас времени? 20:28. Ну, можно уже перекатываться потихоньку в центр. Да уже все знают, весь город знает, что она меня сдала, сука. Блять, я совсем забыл, блять. То, что все шлюхи этого города на подсосе у Харпмана, он вечно с ними тусовался. Что-то мне это из головы вылетело тогда. Надо было ее ебнуть, а не Артура. Ну, это ошибка новичка, я никогда не был в составе организованной преступной группировки. Мне уже два человека сегодня написали. Эмейл пришел и внутриигровой СМС. И теперь еще и, блядь, мистер Кук знает про мисс Ноябрь. Ну просто заебись. Я даже не знаю, может. Давайте я немного им прибавлю сеансу. А, нет, это те самые парни. Ладно, это собрание, оно очень мне на руку. Я попробую выступить перед людьми. Пизду от этой рыбчины. Никакого счастья в такой трудный момент. Блин, мне бы найти продавца велосипедов сегодня. Вот кого мне хотелось бы встретить. Блять, я даже не записал, как его зовут. Вот я ебанат.
Блин, если он будет на митинге, это будет мне очень на руку. Это человек, который может мне обеспечить просто железобетонным алиби в случае чего и подтвердить всю ту херню, которую я сейчас буду втирать губернатору. Так, мне нужно придумать, если... Зачем? Блять, надо, короче, продумать то, что я буду говорить. Так, несколько дней назад лейтенант подошел ко мне и сказал... Пока привез меня к дому и в Грейп сиди, и сказал, чтобы я не подходил к нему, несмотря на то, что он находится в моей юрисдикции, так как там... В подвале, возможно, варят мед. Я согласился с ним и старался обходить этот дом стороной. Через несколько дней человек, по описанию, который был похож на того, которого он мне описывал, пропал из города. А ко мне пришла, устроилась на работу новая секретарша, которую я взял. Уже позже мне сказали, что эта секретарша — это женщина Хартмана, которую он послал за мной шпионить. И насколько я знаю, они пытаются распространить слухи, что я убийца. Ну, что-нибудь такое буду затирать, да, сойдет. Губернаторша может встать на мою сторону.
другая лицензия. Это лицензия на добычу ресурсов. Ага, это еще одна лицензия. Хорошо, я понял. Да, это маленькая, всего за 1000 на малый бизнес лицензия. Да, это для психологов, детективов, чат. Блять, где она вообще тут сидит? Сэр. Здравствуйте. Здравствуй. А, мне надо заплатить вам 1000, да? На лицензию малого бизнеса, правильно? Да, сейчас я до банкомата пройду. Шериф, здравствуйте. Да, мне нужно переговорить с вами. Можно сделать это где-нибудь с глазу на глаз? Да, мы можем отойти. У вас новая секретарша, губернатор? Да, это мой помощник и заместитель губернатора, не секретарь. А как ее зовут, чтобы я в следующий раз обращался к ней по имени? Симона. Я слышал о ней. Можете сесть в мою машину, мы отъедем буквально на пару кварталов. Это строго конфиденциальный разговор. Надеюсь, вы не в темный переулок меня завезете. Не переживайте, шериф. Всех, кого я хотел завести в темный переулок, я уже завез. Вы прибудете сегодня на митинг? Да, я прибуду сегодня на митинг, и как раз об этом я бы и хотел с вами поговорить. Я слушаю вас. А, ну ладно, сейчас, я отъеду. Сейчас, буквально один квартальчик встанем куда-нибудь, где точно не будет лишних ушей. Я расскажу вам все по порядку, тем более вы получали мои рапорты, поэтому вы можете отследить всю мою историю в этом городе. К сожалению, сегодня я рапорта прислать не могу, потому что моя секретарша не вышла на работу, и вот почему. В первый день моего пребывания в городе ко мне подошел взволнованный лейтенант Хартман и сказал, что в городке Грейпсид находится двухэтажный дом, в подвале которого находится метамфетаминовая лаборатория. И в этой лаборатории работает темнокожий врач. И чтобы я ни в коем случае, несмотря на то, что это моя юрисдикция, не подходил к этому дому и не задерживал этого врача. Меня это насторожило, но так как я был новичком в этом городе, я согласился. Мало ли, может быть, он давно его выслеживал. Через несколько дней я узнал от нескольких людей о том, что этот врач, он не только работал с наркотиками, но еще и угрожал людям, а потом неожиданно пропал. А ко мне в отдел приехала молодая леди, которую звали Сандра, и устроилась секретаршей. Я взял ее, потому что все равно никто не горел работать в офисе шерифа. Она вела себя очень подозрительно. Она вела себя очень подозрительно, и через несколько дней пропала, сославшись на то, что собирается переехать к родителям. И сегодня от своих друзей из города я узнал, что она распространяет обо мне сведения, якобы я убийца, убил врача, убил какого-то журналиста, и это просто смехотворно. Насколько я понял, лейтенант Хартман подослал ее следить за мной, но она ничего не узнала, поэтому решила распространять ложь, которую придумал он. Скорее всего, он сам убил своего напарника или партнера по метамфетаминовому бизнесу, поэтому мне нельзя было заходить в тот дом. И это подтверждает вот что. Я послал одного знакомого, гражданского, в этот дом, в подвал, последить, кто туда придет. Кто-то зашел в дом, но, видимо, почуял неладное и сразу развернулся, не спускаясь в подвал, уехал. И у этого человека на машине были установлены сирены полицейские. Так что, скорее всего, это был лейтенант Хартман, который хотел проверить, как добывается его мед. Кроме того, я неоднократно замечал его в очень странных делишках, в частности, с Джесси Инком и с некоторыми другими людьми, совесть которых не совсем чиста. Еще он постоянно нарушал приказы сверху, а также юрисдикцию моего округа,
о чем я отмечал в рапортах, являлся садистом и ублюдком, так что сегодня люди организовали против него митинг. Я надеюсь, что вы не встанете на его сторону. Все, что я сегодня сказал Нет. вам, я хочу повторить на площади, и, скорее всего, это будет стоить мне жизни, потому что люди лейтенанта захотят свести со мной счеты. Возможно, я даже не успею начать свою речь, поэтому в случае чего я хотел бы, чтобы эта информация осталась при вас, и вы потом смогли ее использовать. Да, шериф, я надеюсь, на митинге будет обеспечена безопасность должная. У нас есть люди, которые могут ее обеспечить, и это не лейтенант Хартман. Я надеюсь. Также вы очень кстати со своей информацией к митингу, потому что действительно Хартман творит беспредел в городе. Но он не очень только творит беспредел, он, скорее всего, имеет связи с криминалом, и я даже подозреваю, что он кровожадный убийца, мэм. Поэтому я как молодой шериф, чувствую себя в опасности, но готов пойти до конца, мэм. Да, я заметила, что весь город чувствует себя в опасности последнее время, и все говорят про какую-то опасную, напряженную ситуацию в городе, но я не особо в курсе, я надеюсь, все будет хорошо, и, возможно, мы передадим это дело вышестоящим органам. Я не знаю, кто должен нести ответственность за деяния Хартмана и кто должен его судить. На вашем месте, мэм, я бы обратился в ФБР или поговорил с капитаном полиции из Нью-Йорка. Он вроде неплохой человек. Да, он пока в отпуске вроде бы. Будьте осторожны, мэм, возможно, и вам угрожает опасность. Да, я уже слышу это от каждого второго человека. К сожалению, все говорят про какую-то напряженную ситуацию в городе, никто не посвящает меня в подробности, и меня это очень беспокоит. Я сначала не разобрался в ситуации. Дело в том, что журналист... Почему я раньше об этом не сказал? Потому что ко мне пришел журналист Мэтью Уайт, и когда мы с ним поделились информацией, он сказал, что лейтенант Хартман работает на вас, мэм, и что убийство того доктора и некоторые другие пропажи в нашем городе, возможно, были вашей местью за то, что случилось во время предвыборной гонки, но я взвесил все за и против и объяснил Мэтью, что, скорее всего, он не прав, иначе бы вас не пытались убить на выборах. Вспомните человека, которого я задержал. Ну, это странно, потому что Мэтью сам сообщил мне о том, что заметил снайпера на крыше и сказал мне, чтобы я была осторожна. Идея была в том, что люди лейтенанта Хартмана отказались проверять крышу. И как раз это натолкнуло на мысль, что вы не можете быть замешаны. Скорее всего, им нужна была ваша смерть. Возможно, над всеми этими людьми стоит кто-то из кандидатов бывших. Я точно не уверен, мэм. Агнешка? Сэр, мистер, вам по какому вопросу? Я покидаю вас, мэм. Вы свободны? Шериф, хорошо. Спасибо за информацию, ждем вас на митинге. Да, сейчас я свободна. Пройдем в кабинет тогда. Посмотрим. Конечно, понятно, что это все, блядь, полная хуета, но мне надо что-то говорить, иначе какие у меня вообще шансы? Я полную чушь придумал, зачем вообще... Как доказать то, что, блядь, Хартман варит мет, это будет вообще полный бред, так невозможно было бы сделать. Но я не мог придумать ничего другого относительно пропажи этого доктора.
Я вот думаю, может быть, выдвинуть на этой сходке себя на как кандидата в лейтенанты. У Мадена, наверное, жопа сгорит, но будет... Но я поборюсь, почему нет? Ради интереса, так сказать. Просто надо оглядываться, потому что я боюсь, что какой-нибудь мистер Вуд нанесет ответный удар. Тоже предаст меня и просто выстрелит. Потому что в реальной жизни он друг. Мэдэн имею. Пиздец, объехать такую тачку и въебаться, блять, в стену, ну это блять. А, боже. Блин, я уже не успею поменять машину. Эти повороты направо. Где я? Кладбище-то? Самая верхняя правая или самая верхняя левая вы писали? Вот это, наверное, кладбище. Да. Отец, прости, я подвел тебя, я стал плохим копом и плохим человеком, но все, что я хотел, это спокойствие, я не хотел приступать к закону, я знаю, как важен для тебя был закон, и я подумал, что там, где меня поставили, на севере, другие правила, и что если действовать по бумажкам, то ничего не получится, я убил человека, он был торговцем наркотиками и запугивал людей, например, симпатичную бурятскую медсестру. Я знаю, она бы понравилась тебе, отец. Кроме того, я убил человека, которого подозревал в стукачестве, но я ошибся, стукачами оказались другие люди, и они донесли это из задницы Хартману, и, скорее всего, отец, мы скоро увидимся теперь, но я хочу, чтобы ты не осуждал меня. Я хочу, чтобы ты понял мои мотивы. Я просто надеялся на то, что люди смогут жить без страха, без ублюдков, без сволочей, без стукачей, но у меня не получилось, отец. До встречи. Не та могила, да поебачья могила, вообще насрать. Так, поехали сюда.
мне нужен продавец велосипедов. Это был бы такой охуительный козырь в моем рукаве, но... Встретить его, похоже, будет большой удачей. А вот и он. Удачи. Добрый вечер, шериф. Сэр, здравствуйте, шериф. Здравствуйте. Вы не могли бы отойти со мной на несколько слов? Да, конечно. Сэр, вы не могли бы на митинге повторить те слова, которые сказали мне тогда о том, что Хартман отказывался проверять медлабораторию и отказывался принимать ваши бумаги о том, что вас заставляли да, продавать мед. Как раз это и хотел сказать. Благодарю вас, сэр. Я извиняюсь, сэр, что вас побеспокоил. Что теперь будет? Банда полицейских? Так точно, сэр. Я очень польщен, хотел с вами познакомиться. Я знал вашего отца. Люблю парней в форме. В таком случае я могу отдать вам честь, сэр. Потому что все, кто знал моего отца, заслуживают моего уважения. Слушаю вас, сэр. Мы бы могли с вами выпить кофе? Обязательно. Еще раз, пожалуйста, можете сказать это я. Сегодня открывается новый клуб в городе. Я хотел бы пригласить вас на открытие всех офицеров. Хорошо, сэр. Я постараюсь найти свободную минутку. Шериф? Прекрасно выглядите, мэм. Да, сэр. Спасибо, офицер. Пойдемте выпьем кофе, я знаю отличный аппарат. Извините, вы не можете сам губернатор. В смысле, сам. Она планировала. Спасибо. Добрый вечер, мэм. Сэр. Шериф, здесь наверху не очень кофе. Я вам покажу место, где самый лучший кофе в этой стране. Не могу поверить. А я всегда пил наверху и думал, почему кофе воняет обоссанными тряпками. Позвольте, я угощу вас. Благодарю, сэр. Можете в любой момент приехать ко мне в департамент шерифа. Я тоже угощу вас великолепным кофе. У нас, правда, домашняя кофеварка, но зато у кофе есть душа. Приступайте. Пожалуй, мне пора, сэр. Я отключу его. Сомневаюсь, что он может что-то сказать, но я зачитаю ему его права. Кебаб Пропер, вы задержаны. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Вы имеете право на адвоката, а также можете хранить молчание. Если вы откажетесь от услуги адвоката, вы можете защищать себя сами. Вам ясно, сэр? Я попытаюсь привести его в чувство. Это было предсказуемо, но что поделать, я... То же самое сделал с этим человеком, так что... Кажется, нужен парамедик. У вас неплохой удар, патрульный. Подзовите парамедика. Я старался не навредить ему, сэр. У меня же не отобрали телефон. По всей видимости, я перестарался, сэр. Это слишком много для первого дежурства. Он же не говорил ничего про телефон?
Ты же вырублен, какой телефон? Но я делаю вид, что я вырублен. Меня немножко ударили по голове. И уже идут за парамедиком, так что... Как только меня поднимут, я сразу отправлю это СМС. Держите его на прицеле тайзера. Это тот еще сукин сын. Я вас понял, лейтенант. Нужно оказать помощь, будьте аккуратны. Сразу же отходите от него, как только он придет в себя. Сейчас. По-моему, без сознания, я ему сейчас на что-то рядом. Приходите в себя. Да, мне лучше. Итак, шериф, я хочу видеть ваши руки над головой. Пожалуйста, повернитесь лейтенант, лицом к стене. Но такие вещи не пройдут вам даром. Я надеюсь, вы знаете, что делаете. Я вижу у него синяк на шее. Все в порядке. Мэм, вы же знаете, что это беззаконие. Сержант, выведите ее наверх. Что происходит здесь? Мэм, губернатор, пройдемте за мной, пожалуйста. Зовите ФБР, мэм. Они собираются меня убить. Вам все объяснить в кратчайшие сроки. Да. После того, как вы увидите заключенных, я думаю, у вас больше не будет вопросов. В чем проблема, господа? КПЗ. За что был посажен и схвачен? Просто пройдемте за мной в кабинет. Лейтенант, вам... Можете медленно, чтобы рассмотреть всех. И что? И вы что? Первый раз видите этого человека? Нет, этот человек встречался мне на севере, а этого я арестовывал с портфелем. Вы заставили человека, которого я ударил по лицу, стучать на меня? Это очень умно. Дальше. Что, простите? Шериф, смотрите дальше. Третья камера, шериф. Айфок Хирон. И секунду. Вы посадили собственного сотрудника. Великолепно, сэр. Айфок Хирон. Что, лейтенант, сэр? Встаньте с кровати. Подойдите к решетке. Что, он опять перевернулся на машине, сэр? Секунду. Встаньте перед ним. Дальше, видимо, вы приведете свою любовницу, которая придумала какую-нибудь херню про меня. Не так ли? Именно этот человек выстрелил в спину, или не в спину, вы этого не видели, вы это не утверждали, медику, после чего выстрелил в Артура и не сообщил об этом даже мне, верно? Айфок Хирон. Вы вам придется иметь дело с ФБР за такую хуету, сэр. Вы уж меня извините, но это полный пиздец. Немедленно смените с меня, снимите с меня наручники. Свидетельские показания. У вас есть доказательства, кроме свидетельских показаний ваших сотрудников, которых вы гнобили все это время, человека, который зол на меня за то, что я ударил его по лицу, и сумасшедшего деда, который наверняка поехал головой в тюрьме, куда я его посадил, и готов был сказать про меня все, что угодно, сэр. Или, может быть, показания вашей шлюхи, сэр, это то, на что вы рассчитываете. Снимите с меня наручники немедленно.
Керон, вы в сознании, вы слышите меня? Я слышал то, что этот петушара легавый хотел покончить с собой, сэр. Без шляпы, которая? Как нет, который в камере. Я расскажу об этом разговоре, сэр, ФБРовцам, о том, что вы заодно с этими людьми. В рапортах у губернатора отражено то, что все эти люди... Патрон, попадали его на мушке. В тюрьму после того, как я задерживал. Сержант, за мной. Блин, что-то... Как вам не стыдно, ребята, стучать на шерифа? Ой-ой-ой-ой-ой. Ради чего? Что вам пообещал Хартман? Я, конечно, понимаю, что вам пришлось сидеть в тюрьме с неграми из-за меня, из-за того, что я соблюдал закон. А тебе пришлось прописать дубинкой, потому что ты был шутником, но... Знаете, карма вернется к вам. А что было с тобой? Этот человек гнобил тебя по рации, заставил убить пожарного. Он тебя этим шантажировал? Ничего, у губернатора есть мои рапорты. Сомневаюсь. Можете заберите не сомневаться, девушку, я лично их отправлял. Секунду, я не с вами говорю. Заберите девушку с... Секунду, я сейчас уточню. Можешь не привозить свою шлюху. Ей никто не поверит. Ваш человек только что убил полицейского на моих глазах. Вам это просто так с рук не сойдет. Пройдемте в машину. Через главный выход, сэр. Если нет. Можно. Никак нет. Стоять. Через задний вход. Лейтенант, сэр. Заключенному стало да. Плохо. Ты сам убил его, я видел это. Патрульный, оставайтесь здесь, окажите ему первую медицину. Понял. Что, без доказательств убьешь шерифа, ты понимаешь, чем тебе это грозит, придурок? У меня целое дело на тебя. Ну хорошо, тогда вернемся. Выноси приговор. Суди, отвози в тюрьму. Вызывай автобус, я знаю стоять процедуры. Стоять на месте, ублюдок. Развернись назад и пройди в машину. Я отказываюсь это делать, сэр. Стреляйте здесь, прямо в полицейском участке. Если у вас есть яйца. На глазах у людей. В машину. Не могу. Этот разряд что-то сделал с моими ногами. Я парализован. Мне нужен врач. Хартман, мистер Рупер, добрый вечер. Господа. Волтер, расскажи разбудили? Про то, как эти люди убили меня. Лейтенант, сэр, разрешите сбегать я за врачом, не сэр. Сэр. Так точно. Что в машину, шериф. Я отказываюсь, сэр. Я хочу, чтобы здесь могу я узнать, присутствовал адвокат либо губернатор. Я уже вам
либо сказал, представители ФБР. Сейчас открою, минутку. Мэм, они собираются увести меня и пристрелить. Эти люди... Мэм, губернатор, запомните, эти люди все были перечислены в моих рапортах. Они все затаили на меня обиду. Прочитайте рапорты, и вы поймете, что он использовал их. Это подстава, мэм. Они собираются убить меня. Да, ваши показания, ваши рапорты записаны. Лейтенант, и задокументированы. Уверен, что вы можете прочесть и про сержанта Херона, который убил пожарного, и теперь он использует его. И про этого человека, которому я ударил дубинкой по лицу. И про этого, который сидел в тюрьме. Аккуратно выходите. Прощайте, губернатор. Этот человек садист и убийца. Мистер Пропер, а не держите. Хартман, остановитесь. Несколько Хартман, месяцев. Люди недовольны. Хартман, остановись. Остановитесь. Хартман, у нас к нему есть несколько вопросов. Хартман. Я верну времена отца. Если вы его не остановите, нам самим придется остановить его. Хартман, немедленно остановитесь и ответьте на наши вопросы. Прощайте. Похороните меня рядом с отцом. Вам говорили, Хартман. Черт! Ложитесь! Молодец, молодец, мистер Кунти. Ну что, Хартман? А? Агнешка, выходите. Я стою! Агнешка, молодец. Ну что, Хартман, у кого теперь дуло, а? В заднице, а, Хартман? Агнешка, покиньте задницу. У вас 500 баксов. Тварь. Свинья. Ты ответишь за все, и за метамфетаминовые лаборатории, и за то, что пытался сделать со мной. Дерьма кусок. И за то, что меня подставил. Я жил ради этого дня. Запомни, мудила, если ты плюнешь в общество, оно утрется, но если общество плюнет в тебя, то ты утонешь. Сэр, мы как-нибудь можем развязать вам руки? Да, если сержант Айфок Херон еще жив, у него должны были быть ключи. Почему? Томас, ты меня разочаровал, Томас. Ты меня разочаровал. Уверен, сэр. Дамский, мне кажется, он совсем сошел с ума и начал стрелять по людям. Нет, похоже, что он скончался. Мистер Пропер, что происходит? За что вас посадили, сэр? Я не знаю. Они не дают вам попробовать. Все понятно, все понятно, все как обычно. Курса прохождения первой помощи. Шериф. Даниэль. Я объявил голодовку ради вас, сэр. Я был вынужден сдать вас на гроши. Даниэль, у вас есть ключи. У меня есть, но я не хочу жить. Я не хочу. Я понимаю, что он шантажировал вас убийством того пожарного. Это был его приказ. Сэм. Я видел, у тебя дробовик. Не мог бы ты подняться и последить, чтобы с офицерами ничего не случилось, так сказать. Я буду ждать в кабинете отца. Я съем булочку. Поднимайтесь, я скажу за скорой. Надеюсь, найдется кто-то, у кого есть ключи. Если... Зачем? Позови шериф. Вы единственный... Шериф, там зовет вас ваш коллега, который в камере. Он, походу, умирает. Я пойду попрощаюсь с ним, сэр. Я пойду с вами, офицер, чтобы с вами ничего не случилось. В камере, так сказать. Да, спасибо большое. Мне, наверное... Даниэль, сэр, ты был хорошим копом. Я понимаю, что тебя шантажировали. Мне кажется, ему можно помочь еще. Съешь булочку. Съесть если... Да, съешь булочку, если у тебя есть возможность.
К сожалению, мы не можем открыть камеру. Мистер Пропер, сэр, могу я с вами поговорить? Офицеров больше нет, не осталось. Нет, Волтер. Я вот думаю, видите, что ты больше меня не увидишь. Ну вот, сейчас он. Мистер Пропер, найдите где-нибудь, сейчас я попробую. Я не знаю, есть ли ключи. Отлично, отлично. Посмотрите на дежурной. Отец, у меня уже не будет времени заехать на кладбище, поэтому я подойду к твоему любимому дивану и скажу, что Хартмана, скорее всего, больше не будет в этом участке, как ты всегда этого и хотел, как ты и писал мне в имейлах. Если бы ты был жив, ты бы смог вернуться и снова быть капитаном. Я надеюсь, что ты где-нибудь там в горах ждешь этой минуты. А для меня здесь слишком опасно. Я буду вынужден покинуть город, пока никто не заметит этого. Прощай, отец. Шериф, у вас все хорошо? Да, все хорошо. Поступил вызов по поводу секретарши. Мы знаем ее местоположение. Нужно срочно задержать ее. Она будет свидетельствовать против Хартмана. Сэр, можно поехать с вами, сэр? Я детектив. Нет, сэр, это я боюсь, что она испугается, если увидит двух человек сразу в машине. Я понял. Нужен крутой ретро-вейв. Ладно, неважно, я выберу какой-нибудь свой. Ладно, больше на это персонажа играть не буду. Наверное, там поднимут Хартмана, но пусть с ним сами разбираются. Куда я пропал? Тоже пусть сами решают. Будет считаться, что я поехал искать секретаршу. А может, он и умер. Так.
этого достаточно. Ладно, я скажу то, что планировалось, потому что опять все без скрипта. Но на самом деле я немного переборщил, тянул время, но я знал, что люди ворвутся, хотя я не знал. Но без скрипта, ладно, скажу, что планировалось. Скажу, что планировалось изначально. Изначально мы должны были в конечном итоге мы должны были найти живого Джека Пропера. И я должен был бегать сначала к одному компу, а потом к этому и говорить сам с собой. Но, увы, я не был готов к тому, что развязка будет сегодня. Увы. А идея была в том, что его подобрали альтруисты со скалы и затащили к себе в лагерь, где он стал пророком. Но теперь этого уже не сделать. Поэтому я и бомбил тогда с мобстером, но... Типа, я думаю, что можно закрыть просто эту полицейскую хуету и всю эту историю, наконец, и начать играть на мирных гражданах. Единственное, конечно, обидно то, что я так мало поиспользовал эту замечательную машину. Непонятно, что теперь будет с полицейским участком. Идея это была 10 из 10, но реализовать ее, если бы это хотя бы было завтра или послезавтра, я бы смог подготовиться, а тут я уже не успевал. Но... Неважно, в любом случае Джек Пропер может оказаться у альтруистов теперь, как вы понимаете. Потому что никто не видел его трупа, он был похоронен в закрытом гробу. Скорее всего, там была пума, сорвавшаяся со скалы. Такие пироги. Я могу, в принципе... Ну, нет, сейчас я бы этого все равно уже сделать не смог, потому что ситуация развивалась слишком быстро, и надо было покидать город. В любом случае, все в любом, при любых раскладах все закончилось достаточно круто. Достаточно круто даже без этого твиста. Просто слишком неожиданно, я не успел на том аккаунте взять скин пропера. Сейчас бы вместо кабинета я бы поехал туда, но, блин, очень все резко произошло. Я никому об этом не говорил, и поэтому... Ну, когда играешь без скрипта, очень трудно, очень трудно. Так что... Вот. Хартман очень мошнит на тему ТРП. Ну, не знаю, что поделать. Понимаете, мошнить можно сколько угодно, но в конечном итоге люди, которые мошнят, объясняю. Я видел много мошны, но нужно же следить за своим поведением тоже, чтобы люди относились к тебе нормально. Если всех нон-стоп гнобить и хуесосить, то как к тебе будут относиться, это раз. Если ты не следишь за базаром, как чернокожий парень, обзывая шерифа официантом, то на что ты рассчитываешь? Мне кажется... Не знаю, я ту мошну не вижу, у меня на стриме все было норм, типа, единственное, я слишком долго времени тянул, отказывался пройти в машину, но если ты, типа, решил уже убивать шерифа, то надо было стрелять там, другого шанса могло не быть, не знаю. Проблема в том, что толпа начала стрелять. Я плохо видел замес, потому что у меня были связаны руки, я за машиной сидел. Я видел только, как вырубают последнего копа, и это был удар топором в голову.
Да, метаинфу я ловил периодически тоже. Но это невозможно не ловить, когда есть стримы. Не знаю, я не думаю, что здесь что-то обсуждать имеет смысл. Я хотел вывести этого персонажа. Насколько я понимаю, новым шерифом будет Факер. Я ему сейчас напишу. Слот шерифа свободен. Скажи свое имя, его нарисуют на машине кандидат. Так, я его сразу сюда закину тогда. Буду ли я врываться на гражданское лото? Давай созвонимся с мобстером как раз. Давайте созвончик с мобстером. Здорово, Антон. Здорово. Ну да, я думаю, типа сейчас пойду, но, конечно, там беда сейчас в участке, там ни одного мента не осталось. Всю банду полицейских уничтожили, и непонятно, кто теперь будет за порядком на сервере следить. Так. У меня-то была идея, что после того, как Хартман, если он проиграет, типа Джека Пропера вернуть, но у меня не было заготовлено это на сегодня, к сожалению. Ага. Типа, он на самом деле он не погиб, он свалился со скалы и в лагере альтруистов сидит теперь. Вот. Ну, может быть, Джорди вернется, найдет его, не знаю. Как бы что-то ей подскажет, где искать, и увидев ее, он вспомнит. Как ты считаешь? Ведь Джорди может вернуть память человеку, который стал проповедником альтруистов? Да, только своим присутствием, своей улыбкой. Да, да, но... Бесспорно. Но каким образом она нападет на правильный след? Ну вот это уже есть над чем подумать. Ну, без метаинфы тогда, ребята, знаете, не пишите ей в чат, где искать. Пусть она сама как бы по наитию попробует найти. Ну да, приедет, спросит, а что здесь произошло, и все расскажет, и да. Пускай дальше расследование свое проведет. Был бунт против полицейского беспредела. Граждане напали на участок и обезвредили ублюдков. Но смотри, с моей точки зрения, доказательств нет. Полицейский выглядит как банда полицейских. А, да, Факер да. Тут. Ладно, я ему сейчас текущее течение расскажу, если он... Так, а ты у меня пропал? Не, я сижу в скайпе, да. я пытаюсь до Факера такая... дозвониться. Да, просто замучиваюсь как будто бы. Алло, здорово. Ну мы на стриме, если что, поэтому не говори ничего такого, что не хотел бы, чтобы люди знали. Ну смотри, текущая ситуация на сервере. Всех ментов убили вообще, по-моему, но я не уверен на 100%. Только что ли? Да, предыдущий шериф бежал из города, опасаясь за свою жизнь и за месть родственников полицейских, потому что это он раскрыл их бандитскую группировку. Твой офис будет находиться в Палета Бэй. Напиши кандидату, чтобы он так же, как мне, нанес на машину твой телефон и твое имя, фамилию твоего персонажа. В принципе, ты, видимо, будешь договариваться о распределении полномочий с новым шефом полиции. Ну, пока это мобстер, но я не знаю, будет ли он играть на этой роли. Я хотел бы, знаешь, как раз-таки наладить работу и сейчас там набрать... Ну вот, тогда да. Окей, тогда вот ты с мобстером. Да, Палета Бэй наверху, там есть значок. У тебя две машины, один говновоз, один охуенный додж с твоим именем. И, ну, все то же самое оружие, по большому счету, и мотоцикл. Я как работал? Когда я работал, а не мутил интриги, я просто патрулировал верх карты, соответственно, ездил на все вызовы вверху карты и проверял лицензии. Лицензии тебе вышлет Лизон, просто подойдешь к губернатору и скажешь, мне нужно получить список лицензий на переработку. Ну, в целом, все, можешь там в остальное время просто ездить пить пиво в город, потому что больше ничего не происходит. Я понял, я просто меня как-то так сразу ввел в курс дела, я на эпицентре практически ничего не смотрел. Сейчас, секунду, подождите.
Я вот, короче, не особо следил за всем. Я думаю, чат тебе объяснит, что к чему. Там полно людей, я думаю, которые смотрели. И у тебя еще один офис есть, он не отмечен на карте, он находится в Sandy Shores. Там нету функционала, но если тебе надо будет просто в Sandy Shores подмутить, там еще Смитти стоит на входе, привет ему передай. Хорошо. Вопрос такой. Ну, типа, ладно, на стрим так на стриме. Хмырь-то могу вернуть или... Ну, если ты хочешь, чтобы типа, на твоей машине было написано «Хмыря», то, конечно, подойдет. Ну, так что хорошо, без проблем. Я уважаю старых добрых персонажей. Типа, можешь даже обыграть, что вот он после того, как с ним там... Его оправдал суд за заслуги, там, и отправили в никому не нужный городок сидеть с шерифом. Пердеть, так что это будет нормальная тема. Наоборот, это круто, All Stars, все снова собираются. И что еще, в принципе, можно сказать по поводу севера. Ну, не знаю, там прикольно в патрулях ездить, стоять в какой-нибудь засаде. В общем, там довольно рамповое место. И еще один такой вопрос. У вас есть какая-то, ну, не отдельная конфа, а в том плане, что правила на второй сервак по задержаниям, по времени нахождения там в камере? Ну, смотри, я не знаю, как ты договоришься. У тебя, короче, на территории расположена тюрьма штата. Это просто пиздец. Если ты туда заводишь человека, его негры трахают. Это уже доказано нон-стоп. Но туда я отвозил только если там совсем какой-то отбитый дебик, либо когда я поссорился с лейтенантом. Так я просто отвозил и сдавал ментам. И говорил, ну, просто говорил, вот этот человек сознался в том-то и том-то, говорил человеку, ты типа ментам скажешь то же самое, что и мне, и говорил, рекомендуемый срок там 20 месяцев, и уходил. Ну, то есть, по поводу функционала ментовского, ну, там все на менюшках, я думаю, ты более-менее разберешься со временем, а где не разберешься, тебе чат поможет. Там только посадить новые функции, и, в принципе, все. Скорее ну, всего, если что, у кандидата спрошу. Ну, да. Все, хорошо, тогда мне кандидату скинуть свой этот, айдишник. Да, я тебя закинул во второй сервер, да, ты да, сейчас прям там с ним свяжись, объясни, что надо, как, и, скорее всего, машину тебе только после рестарта дадут. Возможно, новое, если это не трудно. А если трудно, то, наверное, будешь ездить на машине, на которой написано «Кебаб Пропер», но на это, наоборот, будет вселять некий ужас, мне кажется, в людей. Может быть, за старое. Хорошо, я тогда, я думаю, что завтра уже залечу вечерком. Давай, будем ждать. Я, наверное, завтра выходной, так что не пересечемся, но... Ну, сейчас нормально онлайн. Вчера было 9 человек в топ-время, сегодня уже 22, и я вижу, что сервер все-таки скорее живет, чем умирает, и такой движняк был. А работать с тобой, да, Антон, будем? То есть завтра, типа, ну, временно, да, в принципе. Знаешь, типа, нет такого понимания, как бы, есть, нет тут централизации такой, типа, ты не подчиняешься LSPD, при этом у тебя есть свой этот, но если тебе нужна помощь... Ну, вот смотри, смотри, мы в первый же день пособачились, тогда не было капитана, и, типа, в отделе мы пособачились с лейтенантом, типа, он, блядь, мне какую-то хуйню приказывал, какие-то, блядь, рапорты отправлять, у меня, короче, жопа взорвалась, я ему говорю, типа, нахуй иди, выключил рацию. И сегодня все менты умерли, а я бежал из города, понимаешь, как бы, поэтому лучше подойти к мобстеру и договориться по-человечески. Хорошо, хорошо, я тогда с Антоном там лично пересекусь, завтра напишу ему, что, может, что-то придумаем, да? Интересненько. Идем. Все, окей, тогда завтра, врываясь на сервак, кандидату все скину. Спасибо, спасибо за то, что ввели в курс дела. А, да, кстати, еще вопрос. Именно преступных синдикатов изначально... Ну, то есть, нету какого-то лора, который я должен знать в плане того, что я приеду, типа, шериф? Сейчас были сначала таксисты, потом медики, потом полицейские. Теперь вообще никого нет. Опять полный ноль на сервере. Возможно, все. Сейчас будем как-то перенабирать людей, чтобы они могли что-то организовать. Ну... Банду стритрейсеров каких-то отсталых, не знаю. Блять, отличная идея. А их будут звать Дин Винчестер, кого-нибудь из них? Нет. Нет, Илья, не будет. Это уже не от меня зависит, это ж не я ими заниматься, я лишь предлагаю. Ну, я думаю, типа, на ком залететь сейчас. У меня, типа, есть несколько идей. Но я не знаю, какая сейчас политическая ситуация будет просто на сервере. Надо было хотя бы смс-ку прощальную губернатору написать, типа, что я покинул город. Ну ладно, если что, буду уже входить в курс дела на РП, именно это как раз и будет обыграно, что я типа приезжаю, ничего не знаю, у меня какие-то
губернаторы, ко мне еще какие-то кандидаты. Я в полном ахуе. Говорю, это не моя юрисдикция. Ну, тут очень много всего произошло. Я даже сам всю эту историю не заливал на YouTube, поэтому никто как бы не знает, что было. Не, ну я что-то там следил, и мне скидывали эту газету, еще что-то. Я так посмотрел, когда у меня было время, так что, типа, в общих чертах плюс-минус я что-то слышал. Эта часть была очень какая-то жесткой, жестокой, невеселой, грустной, блядь, и... Не знаю, в итоге привела к тому, что сгорели пуканы у всех, и от меня, и у меня, от некоторых людей. Но я, типа, не стал вслух говорить, но есть пара личностей, которые, скажем так... Ну, ты сейчас попроще стал? Сейчас попроще. Ну, сейчас вот как раз, типа, стык, что, типа, город опять должен стать максимально мирным, без банд, без поехавших копов, садистов, то есть с той и с другой стороны. Уже на этой почве что-то делать, как бы, потом, да. Когда все наладится. Да, хорошо, я понял. Ну, то есть, короче, не будет такого пиздеца, который на первом сервере происходит? Да. Не, пиздеца практически не было за все эти дни. Ну, может быть, пара случаев были пиздеца, но если сравнивать с первым сервером, то я вообще не знаю, это, ну, несерьезно. Я, конечно, вижу постоянно каких-то супер-хард-арпэшеров потных, но я мы не ориентируемся уж на совсем какие-то отбитые вещи там. Но мы все равно серьезно стараемся играть. То есть я на пропере, на этом хоть иногда и стрелял в гражданских NPC, но в основном это типа его нервные срывы были. Так-то я и по правилам ездил, и в патруле стоял по 2 часа. На самом деле я в душе мылся, но... Кому это сейчас? Да, я видел эти моменты, я просто смотрел, я в такой голос был, когда первый день только запустился, а ты 10 минут лежишь на диване, потом 5 минут куришь, потом 5 минут кофе пьешь, и опять идешь лежать на диване. Это просто пиздец был. Я типа так выпал с этого. И смотрит это все 17 тысяч человек. Ну нихуя себе. Вот так дело. Ну хорошо, хорошо. Тогда завтра врываюсь, с Антоном связываюсь и работаем. А пока кандидат пойду напишу. Все, спасибо. Давайте, пока, ребят. Да, Люк, думаю, тоже пойду готовиться, набирать новобранцев. Попытаюсь, по крайней мере, какой-то пул сейчас и за сегодня-завтра что-нибудь, да, интересное организовать. Ну да, я, наверное, тогда подумаю, пока... Может быть, я прямо сейчас залечу на мирный слот, пока на персонажа, которого рот не открывается, потусуюсь, посмотрю, что происходит, если там слоты будут. Окей, давай, удачи. Да, чуваки, Грег Кук, конечно, сыграл... Видите, отец моего персонажа относился к Грегу Куку хорошо и вернулась, так сказать, кармой. Ну, я не знаю, типа... Джорди должна как-то сама прийти к альтруистам. Я буду специально каждый вечер заводить на втором компьютере, ставить Джека Пропера в лагерь альтруистов и ставить... Я заранее запишу 8-часовую проповедь альтруистическую и буду ставить там аудио. И когда-нибудь она, мне кажется, случайно придет в ту часть карты. Но если вы будете ей сливать мета-инфу, то никогда. Хорошо относился. Я очень хорошо к нему относился в конце. Я вначале его к неграм отвез, а потом мы... Он правильно говорит, что мы стреляли в гетто собак, вы просто... Я видел в чате, удивились, вы не поняли, мы тогда в гетто разваливать ездили вместе с ним. А Ягнешка и Куб были за кебаба. Блин, понимаете, в чем дело? Я, конечно, понимаю то, что на сервере невозможно добыть улики. Если ты только заранее не знаешь, о чем ты, не посылаешь человека жучком, например. Но... Слово на слово. Я специально, давайте я могу вам рапорты свои прочитать, которые я Лизону отправлял. Я каждый раз специально отмечал, например, человека по фамилии Вуд... Был задержан, был допрошен с пристрастием, что в итоге не понравилось лейтенанту Хартману, и он отказал нам в допросе с пристрастием и отпустил задержанного. То есть, если бы меня проверяли, я бы объяснил то, что Вуд как бы был уже отпущен. Этот рапорт есть у Лизон на эмейле. Потом Волтер Ковальский был посажен на 20 месяцев, потом был посажен в тюрьму штата и оказывал сопротивление, но был отпущен из КПЗ лейтенантом Хартманом, что
вызывает дополнительные вопросы. То есть Ковальский тоже в моем рапорте он я специально отписал, потому что знал, что это будет моя банда. И я пытался представить их как корешей, если кто-то из них будет стучать. Потом в час ночи сержант Айфок Хирон по приказу лейтенанта Хартмана убил пожарного, несмотря на то, что находился не в своей юрисдикции. Ситуация уже была улажена. Потом еще на следующий день тоже про Айфока Хирона. Единственное, ну, типа, я ничем не мог от шлюхи защититься, кроме того, что это его тёлка. Тут это чисто слова на слова. Баттерс бомбит не ПРП, убили копов. Перламутров и Меденами друзья в реальной жизни. Пусть разбираются сами. Ну, я не буду, типа, заходить сейчас ради одной смс-ки еще раз на минуту на кебабы. Я, типа, напишу с пометкой email Лизону, типа... Я покинул город, опасаясь своей жизни. Остатки банды Хартмана могут мстить. Говорят, у вас будет новый шериф. Ну, я мог зайти и через игру отправить, но мне лень. Какие мотивы были у детектива в голубой кофте? Это вы зайдите на стрим к детективу в голубой кофте. Его я вообще не видел. Мне кажется, их там разобрали без стрельбы особо. Но он добил, и пусть его теперь судят те менты, которые в живых остались. Или банят на сервере. Меня... мало волнует, так сказать, эта ситуация. Что касается... Какие мотивы, например, были у лысого копа, который первый день в участке так вести себя против шерифа? Кроме того, что это тот самый врач. Давайте я тоже начну машну. Ответную. Но я не хочу мошнить. Я хочу забыть. Застрелили только Хартмана и чувака, который застрелил Хартман. Других копов смели оружие, вырубили после того, как убили Хартмана. Мне тоже так показалось, поэтому я вообще к этой разборке у меня претензий особо не было. И не только потому, что в итоге мне удалось срыгнуть в результате всего этого. Но я так могу сказать. Мне не нравилось играть на кебабе, и это были тяжелые дни, и слишком много саспенс. Так что я просто рад, что все закончилось. Ему Хартман приказывал и осмотрел стрим Меденами. Но у людей, я не знаю, своего, не то чтобы мнения, а попыду. Он действовал так, как будто они там лучшие друзья и 50 лет на службе. Айфок Херон скончался. Не, женского персонажа не хочу отыгрывать. Я что-нибудь такое расслабонческое замучу. Наверное. Я сейчас проверю. Я сейчас перезайду. Я проверю, может ли бывший коп из Лас-Вегаса. Но я не буду никогда надавливать на то, что он коп. Потому что меня уже заебала коповская тема. Он просто чувак из Лас-Вегаса, который оказался без денег и билетов в Лос-Сантосе. Я сейчас проверю, может ли у него рот открываться, потому что он очень топово выглядит, и, блядь, я такие... Я тогда не стримил, но коры были очень смешные, особенно когда я с этим кадетом танцевал, у нее прям жопа горела нон-стоп. Я, короче, потанцую около двери и пишу, типа, распахиваю свой,
свое пальто, она выбегала, била меня дубинкой, я потом... Я перевела на улицу, говорит, тут танцуйте, если вам нравится. Я начал шлюху изображать, она опять прибегала, бомбила. Плюс я там и пушку размутил в какой-то момент. Но очередной ссаный, блин, стукач меня кинул... Сейчас. Очередной обоссанный стукач в лице Алекса Грома кинул меня где-то в пустыне, блядь. Я хотел с ним потрахаться в трейлере, привез его в трейлер, а он, блядь, вызвал ментов, нахуй. Я ему говорю, молодой человек, если на вас охотится... на вас охотится Грег Кук, а на него тогда охотился Грег Кук, я говорю, мы можем переждать, так сказать. Я бывший коп, я не дам вас в обиду, я говорю, пойдем в трейлер. А он взял мусора, блядь, вызвал, приехал этот... Мисс Кьюзи коп и начал мошнить. Я, единственное, то, что я не успел сделать, помимо лагеря альтруистов, ну, типа, я не успел заготовить, я еще не успел... ну, кстати, с альтруистами это была идея Мэденами, я забыл сказать. Он реально очень крутую идею придумал. И вообще он отлично играл, мне жаль, что у него забомбило жопой, он, наверное, меня ненавидит. Но я... должен отдать ему должное. Персонаж у него был мерзкий просто до невозможности. Так вот. О чем я хотел сказать? А, помимо... Что я не успел сделать, помимо альтруистов, это сходить с Мисс Кьюзи Копом на свиданку и тоже, чтобы он за меня был. Я очень хотел, но... Не успел. Так, это можно удалять. И это можно удалять. Единственный, кто не оказался стукачом, это дед. Но в нем я и так был уверен на 100%. От него вторая смс была, не только от Фуа, и, ну, не только от Херона, и он еще вчера вечером меня предупреждал, многие помнят. И единственное, сомневался, он не сказал мне точно, кто меня сдал. Ну, я подозревал шлюху, то, что Вуд меня сдаст, меня не слишком волновало, потому что все-таки это личная месть за то, что я ему по лицу прописал. Кроме того, я знал, что он рано или поздно сдаст меня, потому что это Перламутров, кореш Мэденами. Он изначально играл за него, именно по дружеским соображениям. Дед и Грег Кук нормальные, ребята. И Грега Куков шеф полиции, я так вам скажу. Не, дед вообще топовый персонаж был. Но это была душная история. Сколько дней она длилась? 4. Сколько я дней играл на шерифе. Сколько зла я причинил людям, как все было мерзко порой. Тягуче и медленно. И если... История первого персонажа была похожа на полицейскую академию, то это, блядь, ужасная была какая-то хуйня. Я какой-то фильм смотрел с Сильвестром Сталлоне и Робертом Патриком. И, короче, там Сильвестр Сталлоне был копом, а была банда других копов, которые вели себя как полные ублюдки. И вот это мне ее напомнило. Раз, два, три, блядь, у него рот не открывается. Он просто топово выглядит. Посмотрите на этого красавца. Он выглядит точь-в-точь, как... Вот кто похож на Райана Гослинга одновременно, на Брюса Уиллиса и, пожалуй, на Майкла Фассбендера. Это вот этот персонаж, но у него не открывается рот, поэтому он не подходит. Раз, два, ну, чувак, поговори. Пожалуйста. Раз, два. Ха. Блин, он топовый был, но... Блять, у него не открывается рот. И вот где меня оставил, блять, кстати, этот гей. Чтобы вы понимали, где я вообще торчу сейчас.
Но без открывающегося рта это полная фигня. Это неполноценный персонаж. К сожалению. Да, его починить нельзя. Раз, два. Нифига не получается. Ладно. Давайте так, сейчас будем вместе выбирать кого-нибудь. Трабла скина, да. Но мне очень понравился этот скин, он просто офигенный. Этот скин полностью, мне даже играть бы не пришлось, ничего изображать. У меня и так слабый РП, а когда вот такие персонажи попадаются, это просто для меня рай, скажем так. Тут даже и отыгрывать не надо, можно вести себя просто как нытик настоящий, так сказать. Давайте выбирать скины, наверное, да. Скина похожа на жнеца. Не смешно. Кстати, как вам оформление? У меня еще и оформление канала будет теперь. Ну, в таком примерно стиле я запилю на нытик. Мне кажется, прикольная картинка. Спасибо, Техниколор. Выглядит, как будто я профессиональный стример Destiny, Overwatch. Прям то, что нужно. По виду персонаж будет определяться его вид деятельности. Мне бы хотелось такого, знаете, алканавта, который, типа... Ну, бывший коп прикольно звучит, но мне надоела немного коповская тема. Мне бы хотелось такого, знаете... Ну, вот такого персонажа, как этот. Типа алканавта такого, знаете, угарного. Там есть два педа. Один из катсцены, один нормальный. Скинь мне хэш не из катсцены. Это, скорее всего, из катсцен был. Из катсцены. Undercover Cop. Называется хэш. Но я не вижу обычного, к сожалению. Это Undercover Cop катсцен, может поэтому у него не открывается рот. Если ты найдешь хэш этого же персонажа не из-за катсцены, то... Может, Redneck? Я подумаю. Сейчас, если он найдет, но мы в любом случае посмотрим сейчас скины. Так. У меня не захватываются окна в новом ОБСе. Блять, не знаю, что с этим делать прямо. Да, Undercover только из катсцены есть, но поэтому у него рот и не открывается. Сейчас, секунду, парни. Бывший военный с контузией. Звучит прохладно. Отправь заявку лучше сам на такого персонажа. Не, у меня окно почему-то не захватывается. Не знаю почему. Может, захват экрана сделать? Сейчас я тогда из скайпа выйду.
Сорян за эти проблемы, не понимаю, в чем дело. Так, ладно, может быть, у меня в опере это заработает, я не знаю, почему-то хром не хочет захватываться, в первый раз такое вижу. Блин, у меня опера через VPN, а тут сразу порно-лап открылся, хорошо я заранее не захватил. Было бы не очень клево. Просто не знаю, короче, залуп как это. Так, захват экрана, если я делаю, это что? ОБС, генерал. Чё я палю вам? Да вроде ничего. Так. Вот. Все, работает. За украинца поиграть. А, извиняюсь, сейчас не буду отыграть. А, там, блядь, скин свиньи, я понял о чем-то. Так, ладно, все, смотрим. Начнем с конца. Ну. На этот скин нам не подходит по понятным причинам. Я думаю, что люди не оценят. За этого уже играли на сервере, чувак. Такого я не видел, но он выглядит как агент Смит, который, блядь, на каникулы поехал отдохнуть. Слишком, по-моему, странно это Тян. Вот это прикольный. Смотрите, он похож на Джека Бёртона из «Разборки в маленьком Токио». Назвать его там как-нибудь Джимми Тёртл, блядь, не знаю. Прикольно выглядит, но мне почему-то кажется, что в игре он будет похож на этого, как его, на дальнобойщика какого-то или на Джесси Инка. Никому не нравится, окей, дальше едем. Такого я видел чела. Ну, это какой-то старый чувак-рок-н-ролльщик. Вэй Чанг, но с неоткрывающим сортом. Вот обычный Вэй Чанг. Можно организовать азиатскую мафию. Нравится Вэй Чанг? Сейчас подождем. Валера Леонтьев. Сами вы Леонтьевы. Есть люди, которым нравится Вэй Чанг. Ладно, давайте скопируем Вэй Чанга. Я себе буду сюда закидывать. Я не хочу азиата отыгрывать, но мало ли. Так, ну это понятно. Вообще пиздец, бля. Это если ходить и типа песни Децела петь, я не знаю. Нет, спасибо. Смотрите. Смотрите, какой красавчик. А? Нравится? Нравится. Можно назвать Сережа Пенкин и ходить просто, говорить: здравствуй, мой милый. Как дела? Хорошее настроение у вас. Знаю я одну легенду о двух братьях-близнецах. Это женщина? Не уверен. Чувак из Quest Pistols. Блин, ну это обезьяна, конечно, полная. Не-не-не, я не хочу.
Можно устроиться в техподдержку и Electronic Arts и говорить: извините, но пароль нельзя сменить, а секретные вопросы, не понимаю, как менять. А вам надо найти ответ и $5 в час. Нет, наверное, это не то, что нам нужно. Как насчет этого? Я видеоблогер. Пам-пам. Как вам? Я уже и образ придумал. Сегодня снимаем видеоблог. Пора валить из Лос-Сантоса. Какой же у нас отвратительный город. Нет, никто не хочет. Сразу такое количество дизлойсов первый раз вижу, блядь. Не, не хочу больше черных, хватит. Я два подряд персонажа был черным. Просто чел в черной рубахе с синими джинсами. Слишком скучно, мне тоже так кажется. Можно парковщиком работать, просто прийти к полицейскому участку и сказать: я парковщик, паркую автомобили. Но нет, наверное, это тоже как-то прохладно. Так, Владимир Ильич Ленин в, блядь, охуительном костюме. Только на броневик осталось залезть. Но мне почему-то кажется, что он в игре будет выглядеть как Мексикос и... Чат, вы меня не на то подписываете. Может, тогда такого, блядь, с крестом, так сказать. Это, по-моему, еще убедительнее смотрится. Пролетарии всех стран, объединяйтесь. Революция свершилась. Ну, вам понравился этот, да? Vagos Fun. Запомните. Vagos Fun — это Владимир Ильич. Но в игре он не будет похож. Я думаю, что он будет выглядеть вот так. Я думаю, что один и тот же скин, просто неудачно снят. И мне кто-то говорил, что он в игре не слишком похож. К тому же я про коммунизм ничего не знаю, но мне понравился этот скин, поэтому давайте его запомним. Так, это спасатель в оранжевом жилете. Это Баттерс. Это тоже какие-то военные. Блин, вот это отличный, конечно, скин. Полностью отражает. Нет, старики в пизду. Тревор, конечно, тоже нет. Мальчики, здесь кто-нибудь хочет продажной любви? Ну, я... Не, ребят, я, конечно, понимаю, что все пишут 10 из 10, но будем откровенны, блядь. Я не буду петь «I will survive», «Танцую на машинах». Не-не-не-не-не, вы ради Стёбы это хотите. Пусть мобстер за это играет, я не готов. Так, бомжи в топку сразу, не люблю такое. Хотя, ну, типа, у них что-то есть, конечно, но... Так, еще один парковщик. Карлица, кстати, какая-то толстожопая. О, боже мой. Вот этот персонаж, мне кажется, хорош чем-то. Но, по-моему, на таком фомбе играл это его персонаж. Это наш губернатор, бабуля какая-то. Ну, такой никому не понравится. Еще один задрот. Акула. Байкер. Это Алекс Гром, известный гомосек. Еще один теннисист, но латинос. Игорь Линк. Такого бомжа видел сегодня. Да я думаю, на Ленине придется остановиться, но если не Ленин, то кто, как говорится. Уж слишком, мне кажется, всем запомнился этот персонаж. Вот это, кстати, я еще когда не ливал с первого сервера, я хотел, типа, мусорнуться и хотел поменять скин Димона вот на этот. Ну, типа, непонятно же, кто там.
И говорить вот так вот, что ли, ну, типа, как будто я полукрою. Лю Канг. Он тоже какой-то ни о чемный парень. Это Кокорин вообще какой-то. Такой есть. Запомнил его по футболке. Это слишком круто для меня. Вот это вот мне больше нравится. Если продолжать тему черных парней, так сказать, то Пенетраторс. И посмотрите на его лицо. Мне кажется, он будет агрессивен. Кому-то понравился этот негр, серьезно? Но не всем, я смотрю. Многие против. Многие прям сильно против. Ладно, хрен с вами. Я тоже не хочу больше за черных катать. Вот эта женщина. Мечта поэта прям. У этой, мне кажется, что-то может быть под юбкой. Так, у этого нету рта. Это какой-то азиат, который молодится. Это скат. Секундочку. Мне надо было немного взбзднуть, поэтому я выключил микрофон. Так. Но если выбирать из черных парней, то этот даже, мне кажется, более, так скажем, агрессивен. Так, это... Если только, знаете, отыгрывать, блядь, какого-нибудь Джонни Ноксвилла из «Чудаков» там, или еще кого-нибудь, там, типа, врываться и танцевать, тогда было бы нормально. Жесть. Вот этот персонаж мне нравится, что-то в нем есть такое, но тоже не то. Блин, самые клевые модельки у черных парней. Вот за этого Лирик играла, я помню. Дед очередной. В этом iFog Heron вначале играл, но этот скин слетает постоянно по какой-то причине. Он так и ходил в валенках, блядь. Так, ну это ужасные скины. Это из GTA 4 персонаж. Не хочется его брать. Вот этот мне нравится. Ну, он никому не понравится, но он такой, знаете, он на Пьера Ришара похож. Чем-то. Кудрявый такой, с дебильной рожей. Одет нормально. Можно будет просто ходить и тупить за него. По-моему, прикольно выглядит. Никому не нравится вообще. Не. Ну вы и скучные ублюдки. А я в нем увидел отражение себя. Все хотят Ленина, я уже понял. Мисс Кьюзи Коп, кстати, тоже начала моделька слетать по какой-то причине. Бурятская медсестра. Интересно, как там вообще разберутся после всего, что произошло? Кто-нибудь вообще будет выяснять, кто виноват, кто как бы продажный, кто нет? Единственное, мне не нравится, что он обдристался. И я не знаю, можно ли ему поменять будет штаны. Мнения разделились. Это мобстер, считаете? Да, похож. Но я на всякий случай выпишу его. Вэйчанга я, наверное, вычеркну. В пизду Вэйчанга. Будем выбирать между Лениным и этим челиком. И сейчас еще третьего кого-нибудь выберу. Так, ну Димон, это понятно. Вот Димон, у меня тоже рот не открывался сначала. Я выбрал вот этот скин, потом понял, в чем дело. Жаль, Undercover Cop'а, конечно, нет. Детить, у нее расстегнут. Джинсы расстегнуты.
какой-то пловец подводный, бородатая женщина. Ну, я, конечно, понимаю, что многие любят такие вещи, но это перебор для меня, как и собака, Вилав Геймс. Вот Вилав Геймсу было легко выбирать скин. Такой, знаешь, просматриваешь скины, и тут, блядь, ты вдруг не стал ни с сего. Вот это удача, так сказать. Так. Главный герой Beyond Good and Evil. Можно уже прямо сейчас начать играть. Можно сыграть за секретаршу, которая у меня работала пару дней последних. Блин, жалко, что Рожковский такой популярный персонаж игры, его особо не возьмешь, потому что он похож на Джона Малковича. Yes, you are a motherfucker. Футболку, по-моему, дизайнил VJ Link, так сказать. Но персонаж уж больно мощный, я боюсь за такого играть. Так, это... Хмыря. Блин, прикольные у них шарфики, но нет. Старая Лизон. Блин, такой зэк топовый, посмотрите, ему в КВН с такой рожей. Может, за падра погонять? За падра вроде никто не играет, просто ходить и грехи отпускать. А по ночам, блядь, в гей-клубах тусоваться. Но я ни хрена не знаю, к сожалению, по религии. Мне придется... А, это кат-сцена. А вот, а есть обычный прист, кстати. Есть обычный прист. Блин, его будет тупо отыгрывать слишком, потому что... Ну, он будет таксистом работать, при этом будет священником. Священники, по большому счету, на сервере не особо нужны. К тому же я практически не знаю заклинаний религиозных и всего остального. То есть я не смогу... Если бы у меня было хоть какое-то образование церковное, поэтому я, наверное, не буду. Но я выпишу его все-таки, не знаю... Для всех вас. Не, рандомить я точно не буду, потому что минимум неделю играть на персонаже. И... Ну, я обычно 4-7 дней играю на одном, потом мне надоедает. Это будет не очень... Бля, на ком я был. Где-то здесь, по-моему. Блин, и поиск не открыть, вдруг там сохранился поиск с порнолаба какой-нибудь. И... Так, вот этих я помню, до мартышки я не дошел, на лысом хуе я был. Так, пекинес какой-то, толстый таджик. Сейчас еще много скинов, мы еще найдем. Вы, главное, запоминайте название, чтобы потом правильно проголосовать. А мне нравится, смотрите, он похож на... Вот этот дед, он похож на как раз... Из команды А, помните, старик ходил с сигарой такой. Этот пилот вроде какой-то, но... Можно еще как Лесли Нильсон ходить, просто тупить, как урод, постоянно не втыкать ни во что. Типа, ебать, что за херня? Джордж Буш, да. Это забавно, что Джордж Буш пилот. Ну, блин, Анчелотти это слишком тонко для этого нужно. Я, короче, выпишу. Мне лично для себя мне нравится идея. Можно реально как в голом пистолете просто мочить. Тупняк вообще адовый. Может быть, будет забавно выглядеть, как знать. Так, какие-то химозные бабки. Бахрам. Можно было бы Бахрам и типа... Не, фу, не хочу. Брат Бахрама, это будет опять полный угар дебильный. С идиотскими акцентами.
Блин, если бы я играл, знаете, если все-таки делал женского персонажа, если бы была Брайен, то я бы взял вот этого и ходил бы всех хуемразями, называл просто спермобаками, блядь. А кто, типа, не согласен, сразу буду, орал бы Girl Power и в щи бы прописывал просто, как просто ублюдок. Скин пилот, как самолеты будут реализованы. Ну, типа, я буду всем говорить, что я пилот, но, типа, рейсов давно нет и... Или работаю по вечерам, типа, прилетаю как раз с рейса в город, а... Когда дойдет дело до того, что кому-то надо сесть за вертолет, я просто возьму и разобьюсь нахуй. И на этом закончу своего персонажа. Говорит, это нюк? Да, похож, но нюк сейчас жирнее раз в 50. Блин, Райан Гослинг, смотрите, чуваки, Райан Гослинг. Но это кат-сцена, к сожалению, у него рот не будет открываться. Обидно. Рон Перельман тоже есть в игре. Из-за этого Ласка играет. Этот мне просто не нравится. Про это даже вспоминать не очень хочется. Мексиканский Райан Гослинг. Он хорош был. Уолтер Ковальский. Какой качок. О, какой парень. Какая бабуля. Бля, почему никто из тёлок не берет таких персонажей? Это же супер пиздатая тема. Почему никто не катает на таком топиче? Не-не-не. Чё-то неохота за черных снова. А вот, похоже, агент Смит снова в своем костюме. Но уж слишком специфично выглядит, и, по-моему, я видел такого. Или вот такую Тян, почему я не встречал на улице? Почему все хотят быть красотками? Можно за Пуму катать. Вот это был бы... Вот это были бы стримы. Кстати, вот симпатичная Тянка. Почему-то тоже никто не берет ее. Посмотрите, какая горячая. За Пуму 10 из 10. Можно... Вот этот чувак похож на певца Ричарда Чиза, который поет всякие каверы в забавном таком барном стиле. Можно ходить и говорить: «Эй, детка, да я спою тебе песню, а ты пососи мой член потом». Выглядит прикольно. Мистер Бонд, но он как-то слишком уебищно выглядит для Мистера Бонда. Он скорее похож на ведущего PC-гейминг-шоу. Но нахер его. Так, бомж, бомж, бомжихи. Персонажи GTA. Бандиты уличные, уродливые. Вот так будет выглядеть Ленин, сразу предупреждает. Тот же самый скин. Ну, лицо тут лучше понятно. То есть он не будет прям Ленин-Ленин, это будет мексикос в подтянутых штанах. Так что подумайте, прежде чем сунуть за него... Вот это хороша женщина тоже. Полторашка. Еще какой-то дед в костюме. Ковбой без рук. Зюганов. У этого прям сигарета во рту. Мариачи. Этот. Эльбисто. Воу-воу-воу-воу-воу. Посмотрите на его взгляд. Блин, он просто испепеляет. Можно ходить, и любая женщина от одного такого просто, я не знаю, стрельнуть глазками, так сказать. Он просто дикарь. Немногим он понравился, я понял. Уборщица, прислуга всякая. Си-си говорить и убираться. Блин. Сын Букина.
У этого, кстати, походка такая же, как в игре, но я не люблю, когда используют персонажей из GTA. Я, типа, запретил брать их в заявках. Ну, и так же, как и Ламара. Кто-то кидал как раз заявку, типа, хочу быть Ламаром, если можно. Я говорю, не, сорян, блин. Будет выглядеть супер тупо. Я думаю, в чате все будут со мной согласны, если, типа, люди будут бегать на Ламаре, Майкле или на Треворе. Это будет полная хуета. Хотя, ну, может, кому-то это наоборот. Блять, у него члена нету. Нет, спасибо. Может, еще на что-то наткнемся. Ника Белик. А, не, это не, это наоборот, это Джонни Клебец или как. Но Ника тут тоже есть. Так, это сын Майкла. Чуть давно уже никакого трэша не было, просто какие-то люди. Иисус. Почему Иисус пропал с сервера? Топовый был персонаж. Меня сначала взбесил тем, что он, типа, ну, не особо серьезный, но, блин, он был прикольный. Так жалко, типа, что его нету теперь. Это, кстати, ну, понятно, какой скин. Я хотел именно такой взять, типа, без усов и... Ну, вот такой вот, искать, что это кебаб, но потом мы нашли такую злобную морду, и я решил, что, типа, лучше уж пусть будет он. Надо было еще Хартману сказать «папа» в конце. Как кто-то предполагал, что это он мой отец, на самом деле, раз я такой мудак. Но... И у меня даже была мысль в какой-то момент реально... Что-то такое прогутарить, но в конце, если бы он все-таки успел посадить меня в машину до бунта, или застрелил бы там. Тянки, я так понимаю, дальше 20-й модели не смотрят. Блять, какие топовые персонажи. Я бы на месте Перламутрова не бомбил бы, а пересаживался. Посмотрите. Просто посмотрите на них. Можно Аматори слушать прямо внутри игры. Без Стёба. Распутин какой-то в одежде Аладдина. Дичь. Дичь просто. О, Смитти. Можно за Смитти покатать на чтнях. Кстати, модель так называется Хилли-Билли, блин. Так. То есть ВЛГ все-таки не сразу натолкнулся на... Ну, ладно. Так, еще еврей молодой есть с писами. Это наш губернатор. Смитти. Не, за еврея играть такой все. Неймар. Блин, мы еще даже, наверное, половину не пролистали. О, Пахом, смотрите. Пахом. В, блядь, каком-то американском жакете просто Пахом стоит и смотрит на нас, на всех. Братишка. Братишка. Всем понравился Пахом. Гриф 01, запомните, это Гриф 01. Пахом, блин, нашелся тоже. Так, Мария Шарапова какая-то. Ну, это гольфисты. Цапля. Негритянская цапля тоже присутствовала. Еще немного старых пердачей. У него, не, тут на некоторых моделях очень много типов одежды, и даже лицо можно поменять. Но мне кажется, что у Пахома как бы вот этот наряд единственный возможный. Так что придется в нем ходить все время. Я даже не знаю, какого персонажа мне придется отыгрывать. На вот этом играет Вейдер, известный арпешер. Это просто какая-то свинья, блядь.
Еще немного педерастов. Джи. Это, по-моему, один из друзей там по сюжетке, у которого за которым собака бегала. Ебать, копать. Вот это было бы жестко, наверное. Франклин. Джеймс Кэмерон, можно фильмы снимать. Точнее, не Джеймс Кэмерон, а этот Стивен Спилберг. Агенты ФБР. Тёлки и бомжи. Жиробубели поели. Ой, ёбаный урод. Где такая красота на сервере? Где такая красота? Я не понимаю, почему нет того, что радует глаз? Заходишь вечером, хочешь, чтобы глаз порадовался. Где? Почему нет? Учитель йоги из сюжетки. Пока ничего интересного. Последний был любопытным пахом. Это, блядь, прям вылитая одна из училок у меня в школе. Просто можно ходить и мозги ебать всем. А голову ты дома не забыл, блядь? А если все будут прыгать, блядь, с 10-го этажа, ты тоже, блядь, прыгнешь. Ведьма, ёпта. Так, какой-то маг и чародей. О, yeah. Вот этот парень, бля, он знает, как бы, улицы, мне кажется, но я что-то не хочу за черного играть. Дельфин. Только русалку осталось найти, и все. Этот персонаж, но я вроде видел такого. Мне нравится он. В нем есть сила. Посмотрите, как он кулачки сжал. Того и гляди, напрыгнет. Но я, по-моему, видел такого. Несколько вариантов цапли, например. Вот такой вот. Это что вообще такое? Дембель какой-то, что ли, американский? А, так, еще один мисс Кьюзи Коп. Жорди. Вот это прикольный персонаж, но говночистом работать, знаете ли. Такое себе. Не хочу сжимать себя узкие рамки. Спасибо большое за Прайм. Всегда радуюсь, когда Прайм подписывается. Так, ну это все есть на сервере. Еще один герой игры Beyond Good and Evil. Даже больше похожий. Смотрите, китайский дукалис. Такой же опухший, обрюзгший. Похож, знаете, на... блять, Чоу Юньфат, по-моему, актер. Кто в Круто Сваренных играл, я все время забываю. Сейчас с кебабом он покинул город, так и не найдя отца. Но... Но не успел, в общем. Не дали ему это сделать. Чоу Юньфат. Ну ладно, давайте я его запишу, кстати. Его зовут Чибос 1 грамм. Я не знаю почему, но... Блять, он похож на китайского дукалиса. Можно ходить и быть добрым. Помогать всем. А потом сколотить банду китайцев, которые продают людей на органы.
Блин, мне больше всего жалко сержанта Хирона. Он был отличным копом. Я не шучу, фуа, молодец, он прекрасным был копом. Мне так было больно слышать, как его хуесосит, при том, что он единственный, кто там работал, блядь. На рации, когда на него орали. Я смотрел иногда его ночные стримы, он там потел прям по... Ух ты, какой красавчик. Ну, это... А, нет, есть Брэд без катсцены. Блин, почему Факер за него не катает? Это ж Факер, блин. Это Факер, он в игре выглядит как Факер. Я узнал этот скин, они водятся на севере, как бы, и выглядят все как Факер. Тесак был? Я промотал тесака. И кто из них тесак? Это что ли? Или это? Это тот, который стоит на втором этаже магазина. Ну да, вы его называли тесаком. Нет, отстой. Мне нужен максимально нон-факторный персонаж, типа, чтобы меня больше никто не обвинял в павергейминге. О, еще один пилот. Но это лодочный пилот. Да, он реально на Анчелоти похож. Украинский скин. Китайские какие-то военные. Он негр... Бля. Негр смашной был. Теперь надо свинью искать, скорее всего. По свинье легче все. Так вот. Мо, негр смашной. Вот это мошная. Он еще в майке РДР, который так и не объявили. Скин Антохи Логвина уже был. Там жирный мексикос. Бенни. Мистер Ти какой-то. Это, конечно, великий скин, но не хочу ассоциироваться с другим персонажем знаменитым. Спасатели Малибу. Ебать, копать. Это, наверное, кекс, когда, типа, он себя представляет, закрыв глаза, он, наверное, видит себя таким. Но реальность несколько иная. Блин, топовый черный коп, посмотрите, просто, блядь, животное какое-то, только щи пробивать. Вот реальность кекса, вот она. Так, next. А это то, как себя вижу я, но моя реальность также выглядит так. Красавцы. Это альт... Бля, вот, этот, вот эта модель, она пиздец как похожа на Михаила Круга. Очень жаль, что он не в одежде, потому что можно было ходить по городу. Ну, в игре похоже, здесь она не похожа, здесь она похожа на Бровяна. Но когда ты играешь, блядь, в игре она просто вылитый Михаил Круг. Можно просто ходить и... Владимирский централ, ветер северный. Этапом. Но проблема в том, что у него просто хуяка висит, и с этим ничего нельзя поделать. Лежит на сердце тяжкий груз. О-о-о-о-о-о-о. Этапом из Твери зла немерено. Если бы у него хотя бы были трусы... Блять, они не альтруисты, они оккультисты.
Ну и все, это все модели. Одежда в магазе? Мне кажется, нет на нем. На него, мне кажется, нет одежды. Ну, давайте проверим, как бы. Если кандидат не занят, сейчас я ему напишу. Можно было бы как раз поиграть за него, если бы у него трусы были, и искать, типа, увидел в нашем лагере альтруистов, так сказать, негра, проповедника, но Ленин реально мексиканец, Круг или Пахом, ну, блин, Пахома я хочу, типа, тестануть, но, к сожалению, кандидат сейчас, видимо, не отвечает, видимо, он занят. Так что сейчас я в любом случае скин не смогу проверить. Мне кажется, что такого персонажа нельзя переодеть. Почти на 100% уверен. Так, ладно, ребят, у меня сейчас пауза, тогда я в толчок схожу, а то у меня уже давно живот бурлит-бурлит, надо, так сказать, успокоить его немного. Вы пока послушайте немножко славного великого ретро-вейва, и мы скоро увидимся, услышимся.
Так, так, я вернулся, но, к сожалению, в данный момент нет человека, который мог бы прописать скины на сервере. По-прежнему я надеялся, что за это время появится, но очень не похоже на то. Там, видимо, борьба с Дудосом или что-то в этом роде. Ну ладно, делать мне нечего особо, у меня не было никаких планов, идей. Я не был уверен, сегодня ли будет облава на моего персонажа, или все-таки завтра, потому что... Все, что у меня было, это две смс-ки вчерашние от Волтера. Блин, это получается... Тогда получается, что эта смс-ка была о том, что его сажают, и он реально там... Прошлой ночи что-то сидел. Сегодняшняя от цапли. Но если бы я был уверен, то я бы, конечно, заготовил эту историю с альтруистами. Хрен с ним. Получилось, как получилось. Теперь по поводу того, что будет сейчас. Раз все так быстро закончилось. Во что покатать? В Overwatch что-то лень. Насколько я знаю, мобстер в участок пошел, потому что у него название стрима соответствующее стоит. Можно зайти за этого персонажа в гавайской рубашке, наплевать на рот, пока не придет... Человек, который скины настраивает. Можно провести голосование. Давайте проведем голосование. Я и так попробую. И так попробую Михаила Круга. Но мне кажется, что у него нету трусов сменных, поэтому играть на нем не получится. Так что давайте голосование. Так, Vegas Fun, это Latinos Lenin. Station 01 AMM, это я не помню, что такое. Борист. Священник. Mm.
пилот. Лесли Нильсон. Гриф. Пахом. Надо передохнуть от РП. А, без проблем, держи. Удачи в отдыхе. Отдыхай. 6 месяцев бан. Вернешься в декабре. Гриф Пахом. Так, и последний. Чибос, китайский дукалис. Сейчас еще проверю вот этот. Что это был? Стейшн какой-то. Блин, просто ненавижу людей, которые, блядь, своими советами лезут. Что делать и когда, блядь, отдыхать. А, все, понял. Жирный мобстер, блядь. В обдристанных штанах. Так, все. А, вот голосование. Держите. Ну, похоже, Пахом победит. It's so fucking deep. That turns me on. Да, Пахом почти на 100 голосов лидирует. Ну, окей, я сохраню результаты голосования потом при случае. Соответственно, смогу настроить эти скины. Блин, я просто настолько не был готов. Сейчас можно было бы в Destiny покатать, но... У меня клавиатура и мышь для Destiny валяются где-то в куче говна. В одежде, которую я носил неделю назад. Пахом отстой, да, мне тоже не особо нравился. Ну, мы хотя бы посмотрим на него. Если придет админ, мы сможем все, как бы, скины подряд посмотреть и оценить. Я надеюсь просто на то, что это произойдет. Может быть, что-нибудь будет выглядеть глупо, а что-то, наоборот, супер круто. Давайте посмотрим на обстановку просто на сервере, и потом, может быть, я Кексу напишу, если он не спит. То заценим, не знаю, покатаем в Overwatch часик так 4-5. Или в выдатку, а? Кстати, сейчас уморительный стрим у Ласки. Он создал Грибабаса в UFC и дерется за него. Причем Грибабас действительно похож. Всем советую переместиться туда. Есть сайт, где можно одежду скинов смотреть, спроси у Лизона. Я знаю, но он очень-очень тормозно работает. Пока единственный чувак, который захватывал, был канадец какой-то. Сука, как же он доебал своими захватами. Просто кошмарик. Брюс Робертс. Нет, не тот. You ready? Отходим. Как же он хорошо защищается. За мир, ну это интересно было бы поиграть. Я бы наконец понял, что там за история с бизнесом, с... Nightmare, давай. С едой. Ой-ой-ой-ой-ой, Грибабас отхватывает. Почему Сигал забили на ирландцев? Ну Сигал просто... Ну это они на другом сервере были. Сигал просто там проблемы с переездом сейчас. Он бы хотел поиграть на новом серваке.
я точно знаю. Я не забил, я захожу иногда, развожу по ссылке. Давай. О, нормальный апперкот. Да, UFC топовый. Сейчас все яшные игры спортивные, неделя бесплатно, по-моему. У него сейчас кончится лицензия, он не купил игру. Раньше 3 часа давали бесплатная демо, а сейчас неделя. До 19 числа. Это в связи с тем, что... Ну, в связи с E3. Так что ничего у него не кончится, скорее всего. Он так и будет играть. Так и будет играть. И это здорово. Спасибо за Диаши за 5000 битсов. Откуда у него человека столько битсов? Я на самом деле на эти битсы уже месяц живу. Потому что больше денег нет. Никто не донатит, никто не подписывается. PUBG зомби мод. Блин, не знаю, чуваки, меня что-то PUBG начал раздражать примерно, как Хизи, если честно. Когда игра только вышла, мне она доставляла, было интересно играть, но в последнее время, не знаю, я когда ее вижу, мне прям сразу хочется выключить. И, ну, не то, что... Спасибо за 500 рублей, братишка, Остгалс. И не то, что играть не хочется, а, знаете, анти хочется. Одна мысль о том, что придется в нее играть, как-то делает неприятно мне. Ну, слава богу, что мне не придется в нее играть. Никогда, скорее всего, больше. У меня когда-то такое произошло с Дотой, но с Пупком это произошло еще быстрее. Это называется передоз? Нет, это называется игра, на самом деле, говно просто. Сначала это было непонятно, вот как это называется. Блять, самая тупорылая покупка, которую я сделал в Стиме, это Elite Dangerous. Я вообще не понял, от игры такая какая-то срань. Прилетаешь, берешь посылку, летишь через систему, хер поймешь как еще, хорошо, если найдешь куда доставить. Иногда дают миссии пострелять по кораблям, которые надо 4 часа искать. Вообще не понял прикола. Просто она у меня на втором аккаунте Стима здесь. Где я планировал в лагере альтруистов сидеть, АФК. Так, ну чё. Пойдем посмотрим, как теперь копы реально работают. Это любопытно. Зайду на этого перса, хрен с тем, что у него рот не открывается. Угоню какую-нибудь машину, посмотрим, есть ли вообще патрульные или полицейские. На Нир автомата обязательно, только забаню сначала тебя за то, что ты мне что-то предлагаешь. Секунду, держи. Пора уже понять, парни. Не хочу быть токсичным, но пора уже понять. Не надо ничего писать. Никогда. Есть смайлы, прекрасно работают. Можно общаться с помощью них. Можно начать отбывать провинность в Dark Souls, вот это да, но мне лень. Мне вообще не хочется ничего делать сегодня. Я завтра выходной возьму и просто буду лежать, блядь, смотреть в потолок. Весь день.
Или погулять куда-нибудь поеду. Потом можно будет начать либо Нир Автомата, либо Dark Souls. Но, скорее всего, я снова зайду в РП и буду сидеть, ничего не делать. И так до сентября, пока Destiny 2 не выйдет. Destiny 2 — мечта. Но она так далека. Казалось бы, сентябрь вроде вот-вот, но... Но на самом-то деле это 3 с лишним месяца. И плюс она сначала выйдет на плойке, потом еще ждать, пока она выйдет на компе. Это наверняка не сразу произойдет. Что такое? Почему игра не захватывается? Блин, у меня с него OBS студия глючит жестко. Заплачу 200 баксов, допустим. Секунду. Предзаказал ли я версию с элитным мечом за 3300? Первое, что я сделал, проснувшись сегодня, это заказ этой версии. Естественно. Какие могут быть вообще сомнения? Я главный фанат Destiny в России. И я думаю, что кто-то с этим захочет поспорить из true фанатов, но... Вот так вот у меня, кстати, пропер спрыгнул, когда еще метр был, блядь, до края платформы. Да. Конечно, заказывать. Конечно. Нет, я не решил неговорящим играть, просто сейчас некому скины поменять, поэтому я просто зашел потусоваться. Сран делать нехрен. Завтра, тем более, пауза. И мне лень запускать какие-нибудь игры, но я еще не собираюсь спать или жрать идти, поэтому у меня где-то час. Кексом онлайне нет, Ласка стримит. Он, кстати, можно будет чуть попозже с Лаской в UFC похерачиться на компе. Но чуть попозже. Ой, тьфу, на плойке, но чуть попозже. И вообще вряд ли. Не хочу ничего делать, короче. Хочу на помойке сидеть. Да, в Battle.net уже есть предзаказ, поэтому рекомендую всем взять. Я уверен, что вы не разочаруетесь. Даже Тоха сказал, что Destiny — великая вещь, и после того, как он поиграл на компе, хоть он и наврал, что график на компе хуже, потому что все, кто играл из Destiny Community, все сказали, что их просто невозможно сравнить. О, блин, пришел кандидат. В общем, Тох тоже сказал то, что когда выйдет на ПЭКа, он даст шанс. Видно было, что ему больше понравилось играть с мышки, а не с геймпада, что и нормально абсолютно. За какой класс буду играть за Хантера? Конечно, самый, блядь, геймпанутый, уебищный класс. Угу.
Боже мой, как ты забрался в такую глушь? Я искал своего бога, но его тут нет. Поехали в магазин одежды в городе. Сейчас я меточку поставлю вот сюда вот. Хиппи, ты не против, если я выключу радио? Да, конечно, брат мой. Хочется немножечко тишины. Я вас понимаю, я сам был почти что неделю в горах. Думал о Господе, разговаривал с ним. И что он тебе сказал? Он сказал мне вернуться и помогать людям. Но ты только что сбил чайку. Чем это... бы они не нуждались. Эта убитая чайка, она никак тебя не смущает? Нет, не надо. Давай в магазин одежды. Не стоит помогать ей. Я точно видел, что она была раздавлена. Нет, брат мой, тут нет чаек. Ладно, пусть будет по-твоему. Я помолюсь за ее душу в любом случае. Ты думаешь, у чаек есть душа? Это же птицы. Я думаю, у любых живых существ есть душа, брат мой. Что насчет микробов? Как думаете, даже не микробы, а вот глисты, у глистов есть душа, сэр? Мне кажется, они берут частичку души от человека. Но они же живут в жопе. Таким образом, вы считаете, что у человека есть особая жопная душа? Я думаю, что этот вопрос еще мало исследован. Но это интересный вопрос, брат мой. Хорошо. Если глисты вместе с говном падают в толчок, они забирают часть души человека с собой или у них появляется своя душа? Мне кажется, брат мой, что они забирают частичку души человека. С собой, конечно же. Интересная теория. А как думаете вы? Я не знаю, я не уверен до конца. Я первый раз задал себе такой вопрос, если честно. Вы довольно любознательный молодой человек. Да, но как еще познать, зачем мы на этой земле, если не задавать себе вопросы? Ну, я думаю, давать частичку души глистам — это не наше первое предназначение. Мы просто, скажем так, помогаем им выжить. Но должны ли мы помогать им выжить? Ведь если глисты не могут жить по-другому, значит, предназначение человека может быть именно в том, чтобы кормить глистов, а? Я думаю, брат мой, что мы должны помогать всем живым существам. Ну, я же правильно понимаю, раз Бог изобрел глистов, то мы должны их кормить, чтобы они не умерли. Это как подставь правую щеку. Это одно из наших предназначений. Брат мой, ну не стоит. Я такого не одобряю. У вас голая женщина на такси, изображена сверху на шапке с одной из сторон. Она едва-едва прикрыла свой срам. Не голая, брат мой, а оголенная. Это разные вещи. То есть вы думаете, что если бы картинка была полноценной, то на ней были бы трусы? Это еще более сложный вопрос, брат мой. Вы торопитесь? Не особо.
Ну и хорошо, давайте насладимся этой поездкой. Сегодня такой прекрасный день. Ветерок, чайки, солнышко. Глисты. У вас есть? Нет, я думал, у вас есть, раз вас так заботил этот вопрос. Нет, я лишь познаю природу и интересуюсь всеми вопросами. Вообще, это меня интересовало, ну да ладно. Да, остановитесь здесь. Я вам писал в заявке, что я готов заплатить только $200, больше у меня нет, поэтому... Да, брат мой, спасибо. Возьмите. Приятной поездки. Иди с миром, брат мой. Да-да, да. Если что, тыквенные семечки помогают, говорят. Раз, два, три. Блин, сука, рот не открывается по-прежнему. Так. Так, ребята. Так. Сэр. Сэр, вы тоже стоите в очередь к кассе? Да, прошу прощения, я на самом деле просто выбираю пока. Я понял. Как вы считаете, извините, можно к вам обратиться за советом? Конечно, если сэр. Вы были мной, какой бы вы выбрали? Какие бы вы выбрали? Белые или черные трусы? Посмотрите на меня. Какие мне больше подойдут? Представьте меня голым, так сказать, с этими трусами. Сэр, я думаю, чтобы вам подошли больше белые, так как черный вас сделал бы полнее, сэр. А мне я не хочу вас оскорбить, но у вас... Мне кажется, наоборот. Мне кажется, наоборот. Белые вроде как полнит, а черное должно сделать мой таз уже. Возможно, так оно и есть, сэр. Я не очень разборчив в моде, особенно что касаемо трусов, сэр. Ну, в любом случае, спасибо за помощь. Я просто... вами. Да-да-да, я просто думаю, как я прихожу к своей жене и такой... как тебе? Как тебе мои новые трусики? Сэр, если вы не против, я бы хотел заняться своим... Безусловно. Делом. Безусловно, спасибо. Сэр, занимайтесь своим делом. Патрульный на связи, прием. Так. Я вас понял. Так, сейчас, чуваки, я пока на выходе буду сидеть на дисконнекте. Блин, 5M крашнулся. Ладно, подождем, пока мне напишут, что я могу перезайти. Потом будет Пахом, потом Латинос Ленин и Лесли Нильсон. Ну и китайского Дукалиса еще посмотрим. Надеюсь, что навсегда уйдут эти интриги, скандалы, расследования, копы. Мы больше о них никогда не вспомним. В пизду. Блин, и Бишевич в Динамо. Вот это было бы топ. Мне так нравился всегда этот футболист. Я помню даже. В Ultimate Team его ставил, несмотря на скорость 50. О, поставили. Поставили круга. Кольщик, накали мне брови, блядь. Есть такая песня. А, да, точно, это же Ленинград, блядь. Мне нужно заранее заготовить, вдруг придется спеть, так сказать. Это
Только надо было телефон, наверное, взять с собой, чтобы на нем врубить. Так, секу. Так вот. И сейчас посмотрим, но если у него, конечно, трусов нет. Я надеюсь, тот коп ушел. Секу. Ну, играть мы за него, наверное, все-таки не будем, так как я боюсь, что персонаж с хуякой будет неоднозначно воспринят людьми. Это все-таки планировалось как серьезный сервер. Когда-то. Давно. Китае спасли сотни приготовленных к продаже в ресторане кошек. Блин. Я бы не стал есть кошку. На ней мяса-то нет почти. Ёпта. Так, все, понятно. Тихо, тихо. А что я тут-то делаю? Блять, я же в магазине должен быть. Ну и отстой. Блять, как бы... А, не, его надо в магазин сначала. Ладно, тогда такси вызываем. Ему можно поменять лицо. Сейчас он на Бровяна похож. Но он будет похож на Круга, я точно вам говорю. Ему можно лицо именно менять. Играет первого лица. Согласен. Хорошая идея. Но пока мы ждем такси. Где я вообще нахожусь? Какого хрена? Меня не соевануло, что ли? Ждем. Ждем такси. Блин, как бы меня какой-нибудь волк не съел. Волчара! Господи, боже мой. Не-не-не, меня зовут Михаил, вы перепутали. А можно в магазин одежды, пожалуйста? Прикройтесь, брат мой, прикройтесь. В магазин одежды, пожалуйста. Магазин одежды, сэр. Как раз я туда и собираюсь.
Что с вами случилось? Как я могу вам помочь, брат мой? В тюрьме, когда сажают туда, отбирают всю одежду, и вот я вышел, знаете, откинулся, так сказать, собираюсь стать бардом. В наших тюрьмах так обращаются? Безусловно, безусловно. Говорят, в КПЗ одежду оставляют при себе, но вот в тюрьмах, в тюрьме штата забирают, знаете ли, но... Просто не смотрите. Брат мой, я поговорю с этими зверьми. Спасибо. Я попытаюсь повлиять на ситуацию словом. Да, Господи. Да. Прохладно сегодня. Это хороший вечер, брат мой. Но нечто обычно губит, а? За что вы сидели? Вы действительно хотите это знать? Да, мне интересны истории жителей этого города. На самом деле ничего страшного. Просто ограбление, во время которого я трахнул ребенка. Убирайтесь. Прошу прощения. Убирайтесь из этого такси. Мы уже почти доехали. Карма! Блин, а прикольно было бы только от первого лица играть в РП. Может быть, эксперимент? Но мне кажется, что я стану похож на Терминатора в начале фильма. Помните, как он шел? Блять, я застрял. Так, секунду, парни. Сейчас не будет захвата игры какое-то время. Чуваки, округа-то можно одеть, парни. Во все, кроме штанов, блядь. Но ебаный стыд. Секунду. По какой-то причине именно в штаны его нельзя нарядить. Уж не знаю почему. Блять, камеру бы поймать как-нибудь. Сейчас, секунду, парни. Все прекрасно. Мне кажется, я справился. У меня потери кадров начались. Наверное, Ксюха опять кино качает. Ксюх, ты опять качаешь кино? Нет? Блин. Сраный Твич. Сейчас отвалится. Так, ну, тут, видимо, придется сейчас сервер менять. F5, и у вас, типа, завелось снова, но у меня нифига. У меня пишет, что потери кадров почти 70%. Но с интернетом все нормально, так что это RIP Twitch.
Господи, как же это бесит, говнина. Это все Twitch, у Ласки тоже лаги. Ладно, будем ждать, пока отлагает. Будем ждать. Да это все последствия E3, серваки вообще ни хрена не работают. Ну, у меня просто кошмарные потери кадров, я не знаю, что сейчас происходит. Виснет, виснет. Ну, я вижу по кило, ну, как бы по связи. Я, конечно, могу сервак поменять, но поможет это или нет. Ни хрена не норм, чуваки. Вы пишете норм, но на самом деле не норм. Я-то в программе сижу, которая показывает, что связь обрывается каждые 3 секунды. Nintendo. Ладно, чуваки, я ставлю на паузу и сейчас перезапущу на другом сервере. Возможно, заработает. Хотя вот. Вот. Похоже, и без рестарта заработало. Все заработало, чуваки. У Лирика 5000 отвалилось. Все заработало. 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 Блять, опять хуяка. Так, тихо, тихо, тихо. Я же спеть хотел. Ну, к сожалению, топовый скин, но нету, так сказать, нету штанов вообще ни в каком виде. Кошек, накали мне купола. Рядом чудотворный крест с иконами. Чтоб играли там колокола. С переливами и перезвонами. Накали мне домик у ручья. Пусть течет по воле струйкой тонкою, чтобы от него портной судья. Не отгородил меня решеткою. Нарисуй алеющий закат, розу за колючей ржавой проволокой. Строчку «Мама, я не виноват». Накали и пусть реть попробуют. Ладно, хватит. Поиграли за Михаила Круга. На этом, пожалуй, хватит с этого персонажа. К сожалению, неиграбельный абсолютно из-за огромной елды. Ну, не очень огромной, но елды, которая висит у него между ног. Так, едем дальше. В голосовании у нас победил Пахом. Пахом победил. Сейчас я попробую найти его скин еще раз. Найти гриф. Так вот, Пахомыч.
Ждем. Да, кстати, 7-дневная бесплатная подписка на EASS. Star Wars Battlefront тоже 7 дней. Unravel, Catalyst, вся трилогия Mass Effect, 15-16 FIFA, все Battlefield, ну, 3-4 Hardline без первого, Dragon Age, ну, еще некоторые игры. Так что, кто заинтересован, так скажем, аттракцион неслыханной щедрости. Можно всю трилогию Mass Effect пройти вполне за 7 дней. $30 на Xbox One X у Destiny 2. Я уверен на 100%, что все будут играть на ПК, поэтому даже можете не париться. Я даже покупать не буду на плойке, даже если он там на 3 недели раньше выйдет, и там будет какой-нибудь коричневый хэндкэнон сумасшедший. Кстати, сейчас уже почти 12, а на сервере 17 человек. Это очень круто. Так, теперь смотрим на Пахома. Надеюсь, Пахом будет получше немного. Главное запомнить, что чтобы не платить Иисусу таксисту, должно достаточно сказать про ребенка, так сказать. РП умирает, РП наоборот живет, чувак. Оно умерло 2 дня назад, когда было 9 человек. Как только Кебаб Пропер сдох, и Хартман тоже, не знаю, что с ним там случилось, люди вернулись, потому что духота была просто неимоверная на сервере. Сегодня лучший день. Блять, как же он похож на Пахома, чуваки. Пиздец. Курлык, курлык, курлык. Братишка! Сука. Так, ладно. Кошек, накали мне купола. Только как вести себя на таком персонаже? Непонятно. Дайте мне еще каких-нибудь... Я просто даже зеленого слоника не смотрел. Вы должны мне скидывать какие-то цитаты Пахома тогда. Ну-ка, накидайте мне цитат Пахома, чтобы я с Иисусом только цитатами из «Зеленого слоника» общался. Только не перепутайте с цитатами братишки, мне нужны именно цитаты Пахома. Можно стать идеальным кандидатом в губернаторы. Но я все-таки посмотрю, может, этот жилет можно скинуть себе. Кандидат пишет, не понимаю, почему ты каждый раз на дороге до нас срать, по большому счету. Да я сам видел много раз Пахома в Жанне Жаке на Китай-городе, он венцо хлещет. Еще в каком-то говноклубе видел его. И сына Пахома видели мы с Михайловым, по-моему, один раз. Все,
Все, ребят, не спамьте ничего. Вот эта цитата мне нужна. Так, ладно, я сейчас тогда остановлю. Блять, ничего не пишите. Просто чат замрите, пожалуйста. Бля. Братишка, братишка, я тебе покушать принес. Чуть-чуть еды. Сладкий хлебушек. Магазин одежды. Магазин. Это для тебя, брат мой. Спасибо, спасибо. По твоему поведению я понимаю то, что она пригодится тебе больше, чем мне. Сколько сейчас времени-то, не знаешь? Да вечер уже, брат мой. Ну, 3 семерки выпил, блядь. Ну, бутылку с одной дурой, но... А потом поебались. Она была хороша, брат мой? Говно. Говно, знаешь, как земля на вкус. Говно. Я не понимаю, брат мой. Ну, что ты такой сердитый? Че ты такой сердитый человек-то? Ну будьте людьми-то, ну. Хочешь, я на одной ноге постою, а ты мне погону отдашь, как цапля? Хочешь, постою? Как цапля? Да, я бы посмотрел, брат мой. Курлы! 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 Наш, курлы! Курлы! Да светится курлы, имя твое! Курлы! 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 Твое, курлы! Да будет воля твоя и на земле, курлы! Курлы! На небе. Курлы! Наш насущий, курлы! Курлы! На сей день. Курлы! И прости нам, курлы! Курлы! Наши, как и прощаем курлы! Должникам нашим. Курлы! И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Курлы! Курлы! Твое есть курлы! И сила, курлы! И слава курлы! Вовеки. Курлы! Аминь! Брат мой, я изгоняю из тебя дьявола. Припади же к земле, брат мой, припади же к земле. Ой, 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 блядь. О, хорошо, блядь. О, блядь. Вам стало лучше, брат мой, или мне продолжить? Нет, хватит. Ой, чувствую острую надобность стать губернатором. В магазин одежды, я, пожалуйста. Я, возможно, поддержу вас в этом начинании, да. Но да. Вам нужно немного полечиться, брат мой. Возможно, еще несколько молитв помогут вам. Говно. Блять, я чат хочу вернуть, но... Надо будет зеленого слоника посмотреть. Я бы с радостью ему про мух зачитал, но я уже... Мне кажется, надо дать человеку перерыв. Надо будет зеленого слоника посмотреть. Блять, почему я сам себя слышу? Блять, меня ласка разместила, я его стрим смотрел. С вас $500, сэр. Да ты охуел. Я провел обряд исцеления. Ты охуел, а не провел обряд. Ты охуел. Курлы. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Братишка. Тихо. Ты чё такой злой-то? Братишка, не надо. Отдавайте деньги, которые вы должны вернуть Господу. Тихо. Тихо, 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 тихо. Я жду, брат. Хочешь, мой? Я на одной ноге постою, как цапля? Тихо. Нет, больше не надо, брат мой. Я уже насмотрелся. Сойдемся на 200-х. 3. Ладно. Отсоси у тракториста. Пидор лохматый.
Дерешься как баба, дерешься как баба. Хард РП. Так, ладно. Блять. Похоже, что все, что я могу победить, это одеть эти охуительные очки за $20. Так, мы будем смотреть других персонажей? Или вас устраивает этот? Там еще есть Ленин Латинос и Дукалис. Оставлять. Парик одену кого в мэра. Короче, это путь в мэры. Я хочу быть следующим губернатором. Ну, блин, не, я не буду. Я сниму кандидатуру в последний день, но специально, чтобы, так сказать, не портить сервер. Пусть там выиграет J-Sync в этот раз, но... Покажите всех. Сейчас я заяву на Иисуса оставлю. Да Ленин не смешно, я, кажется, видел его скин, он там не особо смешно выглядит. Лесли Нильсон-то вообще нет смысла смотреть. Дукалиса можно было, мне кажется, глянуть. Но это, блин, от серьезности персонажа зависит. Я не могу курлыкать, блядь, на протяжении недели. Мы все ебанемся. Я просто заяву оставлю сейчас. Да. Подождет твоя сумка, мэм, покушение на убийство первой степени. Сэр, прошу прощения. Я был первый, видишь, я первый стою. У меня покушение первой степени на убийство, на меня напал человек с длинными волосами, цепью и крестом на шее, белый балахон, таксист. На вас напал Иисус? Да, номера... Номера я забыл записать, но я вспомню, если он приедет. Он напал, бил меня и заставлял стоять на одной ноге. Вы очень бескультурно себя ведете, поэтому так, я вынужден сделать замечание. Подождите одну минутку, я сейчас схожу к капитану. Ты чё базаришь? Ты чё базаришь вообще? Я тут первый стоял. Сэр, я вынужден попросить капитан вас, Купер, чтобы вы затушили сигарету, здесь нельзя курить. Капитан Купер. Кто сказал? Сэр, это полицейский участок. Не дышите, пожалуйста, на меня сигаретным дымом. Капитан Купер. Кто сказал? Ты полицейский, сэр, что ли? Там пришел один. Я не полицейский, человек, сэр, я просто гражданин. Том, что понимаете? И меня возмущает ваше поведение. Я считаю его моральным. Ты бурят какой-то. У тебя я даже рот не открывается, когда ты говоришь. Иди шли вещать. Что, простите? Мусора. Сэр, вы... Тихо. Просто капитан, мне отвратительно. Капитан, можно к вам обратиться? Сэр. Ты мне тоже не нравишься. Ты мне тоже не нравишься. Сэр, подберите за собой бычок, пожалуйста. Не заставляйте меня так, применять силу. Что происходит опять в участке, черт возьми? Нападение на человека первой степени, попытка убийства. Оставьте свое заявление кадету, который находится за стойкой. Кадет, я... Заявляю. Я попрошу выйти лишние лица отсюда. Выйдите, кто пожалуйста. Пришел сюда не по делу, а кофе пойти, пожалуйста. Попрошу выйдите. Не разговаривайте со мной. Работать выйдите. Вы мне мерзкие. Выйдите. Вы мне мерзкие. Нет, мерзкие. Я кадет, я просто хочу подождать. Мэм. Да, сэр. Хорошо. Можете присесть на стол. Мэм. Благодарю. Не могли бы вы принять мое заявление? Иисус напал на меня и... Да, сэр. Бил. Можно ваше... Вот он! Он бежит опять за мной! Господа,
сэр. О, господи, я думал, это он. Пройдемте за мной, сэр. С вами будет все в порядке. Вы находитесь в полиции. Достаньте, я не верю. Сэр. Достаньте пистолет, пожалуйста. Если он нападет. Достал. Это тайзер, сэр. Он будет отрублен сразу же, сэр. Но он работает? На него нападают, это нормально. Так. На меня правда напали. Да. Вот, пусть выяснят отношения, капитан. Итак, предъявите документы, пожалуйста. Попрошу предъявить документы. Да, да, я только разверну бумажник. Я вас понял. Сэр! Сэр, да, перестаньте это делать. В этом городе. Я вы понимаю, что вы пережили стресс, вы хотите его снять, но... Хочу снять стресс. Сержант, приглядите за этим человеком, пожалуйста. Можете отвезти его... Это не его человек, это животное, это дикое животное. Он бросается на людей. Зачем Томас, отвези вот этого человека в допросную. Не так, говори, когда так прошу. Выйдите. Не заставляй меня применять. Он орет. Силу. Кто это? Аминь, брат. Аминь, брат. Сэр, сэр, пройдемте со мной. Пройдемте со мной, сэр. Давай выйдем. Сэр, не надо, не лезь туда. Господи, как так людей носит земля таких? Ну, ты видел, не лезь в это, не надо, жирный, не надо, не надо, не надо, не надо. Господи. Одет. Мы еще встретимся! Ну вот я, и что ты сделаешь? Что ты сделаешь, а? Сосок! Молодые люди, успокойтесь, 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 успокойтесь. Он не хотел... Да я в тапки срал, когда он в школу пошел.